Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта SIFO Cafe FinTech Stop, организатора профессиональных онлайн-событий. Друзья, сегодня я очень рада приветствовать вас на практическом вебинаре, который посвящен самым важным налоговым изменениям 2021. Этот вебинар мы проводим с нашим постоянным партнером компанией «Правовест Аудит», одной из сильнейших аудиторских компаний в России. Друзья, согласитесь, в налоговой сфере традиционно происходит очень много изменений, и свою лепту в это вносят и комментарии Минфина, ФНС, судебная практика. В общем, это та сфера, где очень важно постоянно держать руку на пульсе, постоянно обновлять свои знания. И в этом плане я очень надеюсь, что наши вебинары с компанией «Правовест Аудит» помогают вам в этом, оставаться всегда в курсе изменений. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что не во всех вопросах можно быстро разобраться в рамках одного короткого вебинара. Мы думали, как решить этот вопрос, друзья, и вот какой проект мы для вас приготовили. В марте стартует уникальная в своем роде серия из трех мини-курсов для руководителей финансовых служб компаний. Этот курс, эти три курса, каждый из них посвящен конкретной теме. Мы будем разбирать налоговые изменения, налоговый контроль и налоговое планирование. В рамках каждого курса будут проходить три отдельных вебинара. И чтобы мы могли с вами закрепить наши знания по итогам, посмотреть, в чем мы хорошо разобрались, а в чем остались пробелы, мы подготовили для вас онлайн-квест по итогам каждого курса. Друзья, ознакомиться с описанием курсов, с их программой можно, пройдя по ссылкам прямо под видеотрансляцией. Сейчас, если вы посмотрите, вы найдете там 4 кнопки, в принципе, про проект и каждый из курсов по отдельности. Посмотрите, пожалуйста, если у вас будут вопросы по программе, по организационной части, обязательно задавайте ваши вопросы, постараемся на них ответить. Ну а сейчас я не буду тратить ваше время, а передам слово нашему первому спикеру, это Виктория Варламова. Виктория нам поможет разобраться в изменениях в сфере НДС и налога на прибыль. Кстати, должна сказать, что Виктория будет вести первый курс, который как раз посвящен теме налоговых изменений, подробнее про содержание тоже расскажет. И мне кажется, вот Виктория знает, но я не могу представить ни одного вопроса, на который Виктория не найдет ответ. Очень люблю ее слушать, и всегда такие прекрасные отзывы мы получаем на выступление Виктории, что я более не смею задерживать эфир и передаю слово Виктории. Друзья, ждем ваши вопросы в чате. Всем добрый день. Начинаем наш вебинар. Я сегодня расскажу об изменениях самых важных по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, которые вступили в силу с 1 января. То есть мы сегодня говорим только про изменения, вступившие в силу с 1 января. Сейчас я начну показывать слайды свои, чтобы всем было удобно. Начну с налога на прибыль. Ну, первое, на чем хотелось бы остановиться, на мой взгляд, интересные поправки произошли в части налогообложения вклада в имущество. Замечу, что вклад в имущество компании – это один из способов, безналоговых способов, когда участники могут помочь своей компании финансами, да, то есть могут и денег дать в качестве вклада в имущество, могут и имущество внести, но самое главное, когда делается вклад в имущество, это соблюсти все формальности, предусмотренные гражданским законодательством. Значит, вот что такое вклад в имущество, на всякий случай поясню. Это потому что, когда слышим вклад в имущество, да, почему первая ассоциация – это вклад в уставный капитал. Нет. Здесь при вкладе в имущество никоим образом не затрагиваются учредительные документы, но, как я уже сказала, гражданские формальности нужно выполнить. То есть вклад в имущество – это, по сути, финансовая помощь, которую собираются оказывать, как правило, все участники этой компании, своей компании. То есть
чтобы вклад в имущество не облагался налогом на прибыль, да, у получающей стороны, необходимо выполнить все формальности, предусмотренные гражданским законодательством. Причем в качестве вклада в имущество можно вносить и имущество, да, в том числе деньги, и имущественные, неимущественные права. Но, как я уже сказала, нужно выполнить все формальности, предусмотренные гражданским законодательством. То есть, если ваш участник хочет сделать вклад в имущество, например, у вас ООО, нужно открыть закон об обществах с ограниченной ответственностью и посмотреть, что нужно для этого. То есть, например, нужно собрать в ООО собрание участников, да, принять решение о вкладе в имущество, в каком размере его будут делать участники, и в этом случае вклад в имущество у получающей стороны налогом на прибыль облагаться не будет. Но хочу заметить, что если, например, речь идет об имущественных правах, то не все имущественные права можно вносить в качестве вклада в имущество. Законом предусмотрены определенные ограничения. Например, право требования нельзя вносить в качестве вклада в имущество. То есть вот здесь при применении этой нормы нужно определенное юридическое сопровождение. Но это, наверное, единственный минус вклада в имущество. То есть единственный минус внесения вклада в имущество – это вот тщательное документальное оформление вклада в имущество. Но плюсов значительно больше. То есть освобождение от налога на прибыль вклада в имущество не зависит от доли участника в уставном капитале. Даже если у него там 1% в уставном капитале, то его вклад в имущество не будет облагаться у получающей стороны налогом на прибыль. Кроме того, если вклад в имущество сделан деньгами, то теоретически участник потом может получить обратно свои деньги в безналоговом режиме, правда, если этот участник юридическое лицо. То есть, например, ООО «Ромашка» сделала вклад в имущество своей компании «Лютика» в размере 300 тысяч рублей. Да? А «Лютик» этот через какое-то время 200 тысяч рублей безвозмездно даром этой «Ромашки» перечислил на расчетный счет. Вот эти 200 рублей у «Ромашки», которая сделала вклад в имущество деньгами в пределах имущества, вклада в имущество, налогом на прибыль не облагаются. Вот, эта норма закреплена в подпункте 11, пункта 1 статьи, в подпункте 11.1, пункта 1 статьи 251. Но, кроме того, еще есть один плюс от вклада в имущество с 1 января 2021 года. По сути, законодатели с 1 января этого года приравняли денежный вклад в имущество к оплате уставного капитала. То есть, если организация внесла денежный вклад в имущество компании, а потом продает долю в уставном капитале, продает акции, выходит из ООО, да, то есть долю выкупает это ООО, то в этом случае в денежный вклад в имущество будет учитываться в расходах для определения финансового результата от продажи доли, акций при выходе из ООО. То есть, по сути, как я уже сказала, денежный вклад в имущество приравняли к оплате уставного капитала. Правда, вклад в имущество денежный будет учитываться в расходах за минусом тех сумм денег, которые, можно сказать, участник забрал в безналоговом режиме. То есть за минусом возвращенных денежных средств в пределах вклада в уставный капитал, которые компания получила в безналоговом режиме. То есть вот в моем примере, да, внесли 300 тысяч в качестве вклада в имущество деньгами, вернули им 200 тысяч безвозмездно даром. То есть если вдруг ООО «Ромашка», которая сделала вклад в имущество и получила часть денег обратно, будет продавать долю в этом уставном капитале, то в расходах у нее будет оплаченная стоимость доли в уставном капитале плюс в моем примере 100 тысяч рублей, да, которые остались в качестве денежного вклада в имущество. Вот, поэтому, на мой взгляд, вклад в имущество – это один из, ну, наиболее выгодных, наверное, способов оформления помощи участникам своих компаний, тем более если эта помощь происходит денежными средствами. Но на самом деле, на практике, способов оказания своей помощи компаниям довольно много. То есть это может быть и просто финансовая помощь. То есть, например, для того, чтобы сделать вклад в имущество, как я уже сказала, нужно
собрать собрание участников, да, принять решение не менее чем 2/3 голосов о внесении вклада в имущество. И по общему правилу, если принято решение о внесении вклада в имущество, то вклад в имущество должны делать все участники этого ООО, если речь идет об ООО. В частности, да, а финансовую помощь своей компании может, например, оказать один из участников, да, просто денег дать, вот, или подарить, условно говоря, там, основные средства. И налоговые последствия от просто... На секундочку, прерву вас, да. Пишут, что презентацию не видно. Давайте попробуем ее перезапустить, пожалуйста. А, наверное, я забыла нажать показ это самое. Ага. Так. В принципе, вы именно тот спикер, один из немногих, кто может говорить и без презентации, кого всегда понятно. Но, наверное, если она у нас будет, то будет... Так, наверное, теперь как видно. Да, сейчас прекрасно. Все. Большое спасибо. Я приношу извинения всем, да, кто вдруг не видел. Давайте тогда я быстренько вот прям сначала пробегусь, да. Значит... Просто вдруг кто-то записывает, да, и хочет узнать, на какие нормы я ссылалась. В любом случае, у вас у всех будет моя презентация, вы потом сможете посмотреть. То есть вклад в имущество предусмотрен статью, подпункт 3.7 пункта 1 статьи 251. Там все правила, да, освобождения вклада в имущество от налогообложения. И об изменениях, о которых я говорила с 1 января 2021 года, вы тоже можете посмотреть на слайде в моей презентации. То есть изменения были внесены в статью 268, 277 налогового кодекса. То есть, как я уже сказала, когда речь идет о том, что вклад в имущество, по сути, приравняли к оплате взноса в уставный капитал, это все в этих нормах. Вот, но я продолжу на том, на чем я остановилась. То есть вклад в имущество – это один из способов оказания помощи своей компании. Способов может быть много, да, то есть это может быть и просто помощь, для этого не нужно собирать собрание участников. Это может быть, могут быть займы процентные, беспроцентные. Участник может простить долг своей компании, и у каждого, и у каждой из этих операций свои налоговые последствия. И на мини-курсе мы будем довольно подробно, я бы сказала, очень подробно, я собираюсь разбирать каждый из вариантов. Практика показывает, что в последнее время многие компании бросились прощать своим компаниям долги за товар, работы, услуги, по займам, по процентам по займу. И об этих вариантах и налоговых последствиях мы будем говорить на наших мини-курсах. А также будем обсуждать налоговые последствия, если материнская компания передает в пользование своей дочерней компании имущество в безвозмездное пользование, или это делает участник физическое лицо, то есть какие налоговые последствия возникают. Вот это, ну, как бы, скажем так, ключевая тема части, которая касается налога на прибыль. Но я вернусь к нашему сегодняшнему вебинару. Что еще произошло интересного с 1 января 2021 года? Ну, кстати, были приняты недавно изменения в ноябре 2020 года, и они стали применяться уже к 2020 году, и я, безусловно, хочу о них тоже рассказать, потому что на 2021 год они тоже перешли. То есть, если у вас есть долговые обязательства перед иностранными взаимозависимыми лицами, то велика вероятность, что такие долги будут относиться к контролируемой задолженности. Напомню, что по контролируемой задолженности проценты по долговым обязательствам учитываются у российской компании в расходах в пределах норматива. Контролируемая задолженность считается тогда, когда величина долга перед иностранным взаимозависимым лицом на последний день отчетного периода в 3 раза превышает величину собственного капитала, а для лизинговых компаний и банков в 12,5 раз. Да? И вот если у вас есть долговые обязательства, которые относятся к контролируемой задолженности, то проценты в этом случае вы учитываете в расходах в пределах норматива, который нужно рассчитать. Все, что сверх этого норматива, признаются дивидендами у иностранных лиц, да, и мы должны, соответственно, удержать с них
налог как с дивидендов, и в расходах эти проценты мы не учитываем. Так вот, учитывая кризис на 2020 и 2021 год, законодатели установили особые правила для контролируемой задолженности в иностранной валюте. То есть, если у вас есть долговые обязательства перед иностранными взаимозависимыми лицами в иностранной валюте, и эти долговые обязательства возникли до 1 января 2020 года, то обратите внимание, в 2020 и 2021 году величину контролируемой задолженности мы рассчитываем по курсу не более чем курс, который был на 28 февраля 2020 года, а величину собственного капитала без учета курсовых разниц, которые возникли с 28 февраля 2020 года. И эти правила применяются уже с 1 января 2020 года, то есть при составлении декларации по налогу на прибыль, если у вас есть такая контролируемая задолженность, эти нововведения, безусловно, нужно учесть. Кроме того, с 1 января 2021 года меняются, ну, не то что многие, да, а некоторые соглашения об избежании двойного налогообложения. В частности, с Кипром, да, мы подписали уже протокол, в соответствии с которым увеличиваются ставки налога на дивиденды и проценты до 15%, то есть там льготные ставки сохраняются для буквально, ну, скажем так, публичных, да, акционерных обществ с государственным участием. Вот. То есть в большинстве случаев мы будем при выплате дивидендов и процентов нашим кипрским учредителям, да, применять уже 15% ставку по налогу на прибыль у источника выплаты. А мы ратифицировали этот протокол, Кипр пока нет, но 15% ставка уже применяется, потому что в соответствии с протоколом мы должны применять эту новую ставку временно с 1 января 2021 года. То есть до того момента, как официально Кипр ратифицирует, соответственно, изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения. Мальта также согласилась повысить налог на дивиденды и проценты. И по Мальте мы тоже сейчас применяем временно протокол, до тех пор, пока Мальта не ратифицирует этот протокол у себя. Люксембург тоже согласился повысить проценты на дивиденды и, простите, ставку на проценты и дивиденды, но с Люксембургом мы ратифицировали протокол, а Люксембург еще нет, да, по последним данным. Поэтому пока вот этот протокол об увеличении ставки по налогу на прибыль с Люксембургом, да, мы не применяем. Кроме того, с 1 января, то есть не с 1 января, а вообще, да, мы можем лишиться соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Минфин не смог договориться об увеличении ставки налога на прибыль до 15% с Нидерландами и теперь приступил к процедуре денонсации соглашения. То есть какой вывод из этого всего можно сделать? Если у вас есть иностранные партнеры, которым вы выплачиваете, да, участники, дивиденды и проценты, то каждый раз заходите в соглашение об избежании двойного налогообложения и смотрите, не изменилось ли что-то в этом плане, да, в целях налогообложения, не внесены ли изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения. То есть теперь нужно держать руку на пульсе по международным соглашениям. Кроме того, с 1 января 2021 года многие международные соглашения об избежании двойного налогообложения применяются с учетом многосторонней конвенции о размывании налоговой базы, да, и так далее. Минфин уже опубликовал список государств, международные соглашения с которым применяются с учетом многосторонней конвенции. Некоторые государства применяют эту конвенцию в отношении соглашений только при налогообложении у источника выплаты, да, а некоторые государства применяют международную конвенцию не только у источника выплаты, но и если, например, вы захотите зарегистрировать представительство или обособленное подразделение на территории иностранного государства. Вот. На мой взгляд, да, вот чем нам грозит применение международных соглашений с учетом многосторонней конвенции? Ну, по большому счету, мы ее давно применяем. Это наша статья 312, которая требует
от наших иностранных партнеров, если мы хотим применять международное соглашение, не только нам предоставить справку о том, что они являются резидентами государства, с которым у нас международное соглашение, но и также доказать, что они имеют право на получение дохода и фактически осуществляют деятельность на территории того государства, с которым у нас международное соглашение. И на практике налоговые органы уделяют особое внимание нашим вот таким взаимоотношениям, выплатам по международным договорам. То есть если компания оказывается техническая, то налоговые органы доначисляют налог на прибыль, да, иногда и даже по ставке 20%, как с безвозмездных выплат. То есть вот в качестве доказательства, что мы уже давно, по сути, применяем методы этой конвенции, письмо ФНС, которое было в 2018 году еще, и ФНС приводила арбитражную практику по этому вопросу, как они раскрывают технические иностранные компании, доначисляют налоги, и перечень документов, которые могут быть истребованы у иностранца для подтверждения его права на применение льготных ставок по соглашению об избежании двойного налогообложения, приведены в письмах Минфина. То есть практически все то же самое мы будем делать и в отношении тех налогоплательщиков иностранных, которые зарегистрированы в государствах, по международным соглашениям, в которых применяется вот эта международная конвенция. То есть прежде чем применить соглашение об избежании двойного налогообложения, наш иностранец должен доказать, что он действительно фактически ведет деятельность на территории иностранного государства, с которым у нас международное соглашение. И в продолжение темы, вот здесь вот прям не могу не сказать, что один из разделов наших мини-курсов касается международного налогового планирования. И специалист в этой области будет подробно рассказывать об особенностях применения соглашения об избежании двойного налогообложения и, самое главное, об особенностях налогообложения в иностранных популярных, будем говорить, юрисдикциях. Да, то есть иногда собственники задумываются о выводе бизнеса за рубеж и думают, на территории какой страны лучше организовать свой бизнес, чтобы были минимальные налоговые последствия. И Наталья Лучкова в рамках курса по международному налоговому планированию расскажет, в какие юрисдикции выгодны с точки зрения налогообложения, как проверяются в том числе отношения и с российскими компаниями, какие есть налоговые риски, стоит ли вообще выводить бизнес за рубеж, да, и именно в те юрисдикции, какие вы хотите. И, на мой взгляд, очень интересный курс, потому что у нас, ну, немного специалистов именно в области международного налогообложения. Специалистов, которые знают, какие налоги, какая налоговая нагрузка будет ждать компании, которая зарегистрируется в той или иной иностранной юрисдикции. То есть по самым популярным странам Наталья Лучкова, безусловно, это все расскажет. Поэтому записывайтесь на курс по международному налоговому планированию. Но я продолжу, вернусь к нашему вебинару. И опять же, в продолжение темы не могу не показать письмо Минфина, на мой взгляд, революционное, где Минфин разъяснил, как облагаются промежуточные дивиденды, если по итогам года чистой прибыли, ну, можно сказать, не случилось. То есть она случилась, но оказалась меньше, чем сумма выплаченных промежуточных дивидендов. Минфин наконец-то, да, изменил свою позицию и разъяснил, что если чистая прибыль по итогам года оказалась меньше суммы промежуточных дивидендов, то налог с дивидендов не пересчитывается. То есть дивиденды так и остаются дивидендами, они не переквалифицируются. На мой взгляд, это как раз важное письмо, когда речь идет о взаимоотношениях с нашими иностранными участниками. Да? Потому что у российских участников, ну, как бы там, не так невнимательно присматриваются налоговые органы. Что еще у нас 1 января 2021 года изменилось по налогу на прибыль? Изменились правила применения нулевой ставки по налогу на прибыль при реализации долей и акций компаний. Я не буду очень подробно на этом вопросе останавливаться, потому что я прекрасно понимаю, что каждый день мы не продаем акции и доли в уставном капитале. Да? Просто расскажу суть изменений, а если у вас будут такие операции, то вы уже посмотреть эту норму более подробно. То есть, если говорить коротко, то до 2021 года
Ну и, кстати, в 2021 году тоже мы вправе применить нулевую ставку по налогу на прибыль, если продаем доли в уставном капитале или акции компании и владели ими более 5 лет. Но до 2021 года нулевая ставка могла применяться только при реализации долей уставных капиталов российских компаний. С 2021 года нулевая ставка может применяться и при реализации долей в уставном капитале и акций иностранных компаний. Самое главное, чтобы иностранные компании не были зарегистрированы в черном списке офшоров, да, утвержденных Минфином. Но, кроме того, с 2021 года, чтобы применить нулевую ставку по акциям и долям, которыми мы владели более 5 лет, необходимо выполнить еще дополнительные условия. То есть до 2021 года при реализации долей в уставном капитале нужно было всего выполнить одно условие, да, владеть более 5 лет. С 2021 года, в частности, нужно, если для применения нулевой ставки, еще нужно посмотреть состав активов компании, которые долю в уставном капитале или акции, которые мы продаем. То есть активы компании, которые, доли, которые мы продаем, или акции, которые мы продаем, не должны состоять более чем на 50% из недвижимости, находящейся на территории Российской Федерации. Из этого правила есть исключение для акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, но я сегодня, как уже сказала, подробно рассказывать об этом не буду. Просто обратите внимание, что правила поменялись. Также с 1 января 2021 года предусмотрены льготные ставки по налогу на прибыль всего 3% федеральный бюджет и 0% бюджет субъекта Российской Федерации для проектировщиков электроники, да, для проектировщиков, будем говорить, железа для компьютеров, вот, и для тех компаний, которые получают прибыль, да, монетизируют собственные разработки программных продуктов. То есть у них тоже только 3% федеральный бюджет. Понятно, что айтишники, которые получают деньги от разработки собственных программных продуктов, должны выполнить определенные условия для применения 3% ставки налога федеральный бюджет. И эти все условия перечислены в статье 284. В частности, одно из условий – доля специализированных доходов в общей сумме доходов должна составлять не менее 90%. Какие доходы включаются в эти, будем говорить, 90% в состав специализированных, безусловно, указано и в налоговом кодексе, и Минфин уже дает подробные разъяснения. Я сейчас на этом останавливаться подробно не буду. У нас есть и подробный вебинар на YouTube, компания ProWest Audit проводила для айтишников, но и в рамках курса, мини-курса по налогу на прибыль я тоже при желании, если у нас соберется аудитория, будем обсуждать правила применения льготных ставок по налогу на прибыль для IT-компаний. Поэтому я прекрасно понимаю, что сейчас у нас аудитория не все айтишники, у которых ставка налога 3%, поэтому вам только для ориентира, да, тут не все так просто при определении специализированных доходов. И если вы хотите разобраться в этом вопросе самостоятельно, смотрите разъяснение Минфина, вот в частности письмо от 18 декабря 2020 года, в материалах к семинару все будет, в моей презентации вы все сможете увидеть, и вот некоторую подборку писем Минфина и ФНС я тоже привела на экранах, то есть как считать эти специализированные доходы. Что у нас еще интересного? Ну, это может многих касаться. Вернулись прежние правила уплаты авансовых платежей с 1 января 2021 года. Напомню, что в 2020 году законодатели давали нам возможность перейти на уплату авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли с любого отчетного периода. С 1 января 2021 года все это возможность не действует. Поэтому поменять способы уплаты авансовых платежей, соответственно, способы отчетности, ежемесячную, на ежеквартальную или наоборот, вы можете только с 1 числа каждого года. Для этого надо было не позднее 31 декабря представить соответствующее заявление в налоговую инспекцию. Если вы этого не сделали,
то в 2021 году вы применяете тот же порядок отчетности уплаты авансовых платежей, который был у вас в 2020 году. Также хочу обратить внимание, что не все налогоплательщики, которые отчитываются по налогу на прибыль ежеквартально, обязаны уплачивать ежемесячные платежи в течение квартала. Если у вас средние доходы от реализации не превышают в среднем 15 миллионов рублей за последние 4 квартала, то вы уплачиваете только авансовый платеж по итогам квартала. То есть ежемесячные авансовые платежи платить не нужно. В 2020 году этот норматив именно на 2020 год был установлен в размере 25 миллионов рублей. Его не продлили на 2021 год, несмотря на то, что Минфин говорил, что я не против, давайте оставим 25 миллионов рублей уже в налоговом кодексе навсегда, но чудо не случилось, изменения в налоговый кодекс, по крайней мере, пока не внесены. Поэтому с 1 января 2021 года у нас старый норматив 15 миллионов рублей. И если вы будете, когда будете заполнять декларацию, например, за первый квартал 2021 года, если вы знаете, что у вас доходы от реализации плюс-минус 15 миллионов рублей за квартал, что нужно сделать? Напомню. Чтобы понять, нужно ли вам начислять ежемесячные платежи на второй квартал, вам нужно будет взять доходы от реализации за первый квартал 2021 года, прибавить доходы от реализации за четвертый, третий и второй кварталы 2020 года, то есть отматываем обратно 4 квартала, все это сложили, поделили на 4. Получилось 15 миллионов рублей и менее, да, ежемесячные авансовые платежи на второй квартал не начисляем. Получилось более 15 миллионов, значит, начисляем ежемесячные авансовые платежи. И так каждый квартал. То есть это не элемент учетной политики, это прямая норма налогового кодекса. Но сейчас многие компании, которые укладывались по итогам 9 месяцев, да, заполняли декларацию по итогам 9 месяцев и укладывались в прежний норматив 25 миллионов рублей, задаются вопросом. То есть у нас по итогам года доходы от реализации, да, вот взяли доходы от реализации за 4 квартала 2020 года, поделили на 4, и получилось больше 15 миллионов рублей. Или даже больше 25 миллионов рублей, даже старый норматив превысили. Как нам быть с ежемесячными авансовыми платежами в первом квартале? Напомню, что у нас ежемесячные платежи первого квартала равны ежемесячным платежам четвертого квартала. И если мы формально читаем налоговый кодекс, не было авансовых платежей в четвертом квартале, значит, их и в первом квартале быть не должно. Независимо от того, превысили мы норматив или нет. И признаться, я очень удивилась письму ФНС от 27 января, когда ФНС, ну, подтвердила позицию экспертов и действительно прочитала налоговый кодекс буквально. То есть ФНС сказала, что если действительно вы не начисляли ежемесячные авансовые платежи на четвертый квартал, потому что у вас вы тогда укладывались в норматив, когда сдавали декларацию по итогам 9 месяцев, то ежемесячные авансовые платежи в первом квартале уплачивать не нужно. То есть при превышении норматива с 1 января 2021 года никаких уточненных представлять не нужно. Хотя ранее Минфин давал совершенно противоположные разъяснения. Но я думаю, что сейчас ФНС вошла в положение налогоплательщиков, и так норматив не увеличили с 2021 года, да? То есть вернулись к старому, поэтому уж налогоплательщиков напрягать еще ежемесячными авансовыми платежами за первый квартал. Вот, прибыльную декларацию за 2020 год, напомню, мы сдаем по обновленной форме, там налоговые органы старались учесть даже изменения, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, там в частности предусмотрены уже и особенности для организаций, которые осуществляют деятельность в области IT-технологий, у которых 3% ставка, федеральный бюджет, но практика показывает, что декларации по прибыли ФНС меняет каждый год. И уже после того, как внесены изменения в форму декларации, в кодекс вносятся какие-то изменения, декларацию опять нужно поправлять. То есть я думаю, что это еще не последние поправки в декларацию, или некоторые моменты ФНС все-таки будет разъяснять потом, как нам отразить их в декларации уже за первый квартал.
Что касается налога на добавленную стоимость, то, на мой взгляд, здесь самые главные изменения по НДС касаются налогообложения прав на программные продукты. И на наших мини-курсах мы будем подробно этот вопрос разбирать, да, с учетом ваших вопросов, что вам будет интересно. Но сейчас я прежде всего хочу напомнить, что в подпункт 26 пункта 2 статьи 149 до 2021 года освобождал от НДС передачу прав на программы ИВМ, изобретения, ноу-хау. Да, самое главное для освобождения от НДС – это наличие было лицензионного договора. С 1 января 2021 года освобождение от НДС прав на изобретения, полезные модели, ноу-хау осталось, просто обратите внимание, переехало из подпункта 26 в подпункт 26.1 пункт 2 статьи 149. То есть если вдруг будете передавать права на ноу-хау, это необлагаемая операция, просто теперь нужно ее искать в другом подпункте статьи 149. Что касается прав на программы ИВМ. С 1 января освобождается от НДС только передача прав на программы ИВМ и базы данных, которые включены в единый реестр российских программ ИВМ и базы данных. То есть если вы передаете права на программный продукт или базу данных, не включенных в российский реестр, то в этом случае с 1 января должна быть применена ставка НДС 20%. Ну, на что здесь хотелось бы обратить внимание? Ну, порядок включения программ базы данных в реестр утвержден приказом Минкомразвития. Можно посмотреть на сайте Минцифры, какие программы входят в реестр. Если вы хотите, если вы приобретаете программный продукт и, скажем так, не уверены, должен ли этот программный продукт освобождаться от НДС или не должен, или вы потом будете передавать права по сублицензионному договору, вам тоже нужно проверить, включен ли этот программный продукт в реестр. Так вот, мало того, что программный продукт должен быть включен в реестр, от НДС не освобождается передача прав на программы базы данных, если передаваемые права состоят в получении возможности распространять рекламу в сети интернет, размещать предложения о приобретении товаров или заключать сделки. Вот кто это писал, хотелось бы спросить, да? Куда смотрел антикоррупционный комитет? Потому что при такой формулировке можно понять и так, что если одним из функционалов программы является возможность распространять рекламу в интернет, то все, да, льготы быть не может. На самом деле на практике получается так, что конкретно налоговый инспектор будет считать, относится ли ваша программа вот к этой рекламно-торговой программе или нет. Минфин уже по запросу IT-сообщества выпустил подробные разъяснения с примерами, в каких случаях передача прав на программы ИВМ, по сути, является распространением рекламы в интернет, да, оказанием услуг по распространению рекламы. И из этого разъяснения можно сделать вывод, что вот эти ограничения направлены на ограничения применение освобождения от НДС для торговых платформ, для так называемых агрегаторов, которые обзывают услуги по размещению объявления на своей платформе или услуги, посреднические услуги, обзывают передачи прав на программы ИВМ, да, на личный кабинет и так далее. Вот на этих агрегаторов направлено вот это исключение из общего правила. Вот. Если вам этот вопрос интересен, посмотрите внимательнее письмо Минфина от 18 декабря 2020 года. Ну, общий смысл можно выразить именно так. Но если вы сомневаетесь, пишите запросы в Минфин, пусть он отвечает вам лично, чтобы, если у налоговых органов будет иное мнение по этому вопросу, вас не могли привлечь к ответственности в виде штрафа, да, и не начислялись бы пени. Вот, на что еще здесь хотелось бы обратить внимание. То есть, если вы передаете права на программы, которые не зарегистрированы в реестре, возникает вопрос, да, а как облагать передачу этих прав? То есть, аванс получили там в 2020 году, права будут переданы в 2021 году.
То есть что с этим делать? Или права переданы в 20-м, аванс будет, оплата будет в 21-м. Значит, общее правило такое, это пункт 8 статьи 149. Какое правило действовало на дату отгрузки товаров, работ, услуг, такое и применяем. Да? Соответственно, при передаче прав на программу ИВМ с 1 января 2021 года, если они не зарегистрированы в реестре, мы применяем 20% ставку НДС. Если права на программу были переданы до 2021 года, то применяем освобождение, если права передавались по лицензионному договору. Значит, но осталось выяснить, что такое передача прав на программы ИВМ. Значит, Минфин в своих письмах разъяснил, что новые правила, понятно, применяются к передаче прав с 1 января 2021 года, в том числе по договорам, заключенным до 2021 года, имеющим длящийся характер с переходом на 2021 и последующие годы. Что это такое, да, о чем идет речь? ФНС тоже написала, что по договорам, имеющим длящийся характер за периоды использования программы ВМ в 2020 году применяется освобождение, а за периоды использования в 2021 году, да, уже 20% ставка НДС, независимо от даты заключения договора и порядка оплаты. И все тут же перепугались. То есть мы передали права в 2020 году, там на 5-10 лет. Что нам теперь делать? Да? То есть нашими программными продуктами будут пользоваться 5-10 лет. Что нам теперь? Базу по НДС размазывать на 2021 год и каждый квартал исчислять налог на добавленную стоимость? Ну, я, конечно, не знаю, как именно эту позицию разъяснит Минфин, но, на мой взгляд, эти письма Минфина вот ко всем случаям не относятся. Сейчас поясню, о чем я говорю. Значит, несмотря на то, что передачу прав на программу ИВМ можно квалифицировать как оказание услуг, да, которые потребляются в процессе, все-таки статья 167, которая определяет момент определения налоговой базы, разделяет услуги и имущественные права. Видите, да? Налоговая база определяется на день передачи услуг имущественных прав. Имущественные права выделены отдельно. Поэтому, на мой взгляд, нужно ориентироваться на условия договора. Если права считаются переданными, например, в момент предоставления ключа доступа, в момент скачивания программы, да, или там в момент предоставления программы на материальном носителе. И, скажем так, плата взимается именно за предоставление права, да, за передачу права использования на программу ИВМ. Соответственно, когда передали права, когда у вас скачали программу, когда вы дали ключ доступа, да, тогда и база по НДС. Если это случилось в 2020 году, то в 2021 году и уже, на мой взгляд, ничего делать не нужно. И подтверждать эту дату может акт, например, или в том числе и универсальный передаточный документ, который заменяет первичный документ, тот же акт передачи прав на программу ИВМ или право доступа к программе ИВМ. А вот эти письма Минфина и ФНС о договорах, носящих длящийся характер, на мой взгляд, должны относиться к тем ситуациям, когда плата за права берется именно за их использование. То есть не то, что вот мне передали там на 10 лет, и, извините, я передала права на программный продукт, скачали с сайта, и что они там делают с этой программой, ну, мне по большому счету неинтересно. Да, я свои обязательства по договору выполнила. Вот сказал, да, даже высший арбитражный суд. Даже если права квалифицировать в качестве услуг, то и то по услугам база возникает тогда, когда все свои обязательства исполнитель по договору исполнил. Да? Поэтому если я передала права на программу ИВМ и все, больше я ничего не должна своему заказчику, будем говорить так, передала права и все, да, тогда база у меня на дату передачи прав. И я даже не заморачиваюсь для НДС, на сколько лет я передала эти права. Но если у меня, как я уже сказала, плата за использование именно права, например, ежемесячная, то есть хочет клиент пользоваться моим программным продуктом в январе или там базой данных в январе, он мне платит за январь, да, хочет продлить и хочет еще в феврале пользоваться, да, будет там платить за февраль. То есть если именно за факты, за использование программы установлена плата,
тогда да, это как бы я ему каждый месяц или там каждый квартал подтверждаю, что да, продолжай пользоваться, по сути, передаю права, можно сказать, несколько раз на этот программный продукт, то есть он продолжает использоваться, один период закончился факт использования прав, да, я ему еще на следующий период передаю. Вот, на мой взгляд, что можно отнести к длящимся договорам. Но это все мои умозаключения. Я надеюсь, что Минфин что-то нам все-таки внятное и понятное в этом плане разъяснит, и все у нас будет, да, замечательно. Ну и что у нас еще интересного? То есть к чему приведет этот так называемый IT-маневр? К повышению стоимости нероссийских программных продуктов на 20% НДС. Если вы приобретаете права у иностранных партнеров, то тоже они, соответственно, увеличат стоимость на наш российский налог на добавленную стоимость. Ну, а еще одно изменение применительно к программным продуктам. То есть, если мы передаем права на программные продукты иностранным партнерам, местом реализации услуг, таких для статьи 148 это услуги, территория России не является. То есть, передавая права на программные продукты иностранцам, неважно, российский реестр, не российский реестр, НДС у нас нет. Как до 2021 года, так и в 2021 году, потому что объекта НДС нет. Но я хочу напомнить, что еще с 1 июля 2019 года, если мы передаем права на, если мы оказываем услуги, работы, местом реализации которых территория России не является, мы принимаем к вычету НДС в порядке, который предусмотрен для внутреннего рынка. И что у нас теперь получается? Что если мы передаем права на программные продукты, которые не внесены в реестр, на внутреннем рынке мы платим 20% НДС. При этом входной НДС, относящийся к программам, мы принимаем к вычету в обычном порядке. А если передаем права на нероссийские программы иностранцам, мы не платим НДС, потому что нет объекта. Но входной НДС, так же, как и на внутреннем рынке, мы в полном объеме можем принять вычету. Если мы передаем права на российские программы, включенные в реестр, на внутреннем рынке у нас освобождение от НДС, входной НДС к вычету мы не принимаем, но самое главное изменение для, будем говорить, экспортеров российского ПО, если мы передаем программные продукты иностранным лицам, и эти ПО зарегистрированы в российском реестре, у нас нет объекта по НДС, и в обычных условиях мы не могли бы принять к вычету налог, но законодатели внесли изменения и позволили в такой ситуации принимать к вычету НДС по рекламным и маркетинговым услугам, приобретенным для передачи прав на программу ЭВМ именно иностранным партнерам, чтобы повысить конкурентоспособность наших программ. Вот на это мне сегодня хотелось бы обратить внимание, на эти изменения. Вот, что еще? На нашем курсе мы будем более подробно разбирать в плане налога на добавленную стоимость особенности исчисления налога при, будем говорить, экспорте работ и услуг, в том числе вычетов НДС. Вот, будем рассматривать в том числе электронные услуги при передаче прав на программные продукты. Вот, все это мы рассмотрим, но на нашем мини-курсе. Значит, что у нас еще интересного с 1 января 2021 года? Освобождены от НДС услуги, оказываемые оператором финансовой платформы. Это вот как новый закон об операторах финансовой платформы. Я так понимаю, что это своеобразная биржа ценных бумаг. Вот. Также с 1 января 2021 года реализация товаров, работ, услуг банкрота не является объектом обложения НДС. То есть теперь банкроты не могут выставлять своим покупателям счета фактуры. До 2021 года они могли это делать при реализации, будем говорить, текущих товаров, суды с этим соглашались, но если вы получали счета фактуры от банкротов при реализации ими текущих товаров, у вас могли быть проблемы с вычетом НДС. То есть если налоговый орган докажет, что конкурсный управляющий покупатель не могли не знать, что тот НДС, который указан в счете фактуре, так и не будет уплачен в бюджет, покупатель лишался вычета. То есть теперь все понятно, с 1 января 2021 года объект обложения НДС у банкротов нет вообще, счета фактуры они не выставляют. Также хочу напомнить, что с 1 апреля 2021 года будут обновлены электронные форматы реестров, которые необходимы налогоплательщикам для подтверждения нулевой ставки НДС
в частности, реестра таможенных деклараций. С 1 июля в счета фактуры будут дополнены новыми реквизитами для тех налогоплательщиков, которые занимаются реализацией импортируемых, прослеживаемых товаров. Да. И также хочу обратить внимание, что с 1 июля декларация по налогу на добавленную стоимость не будет считаться представленной, если она не будет соответствовать контрольным показателям, утвержденным ФНС. ФНСники нам сообщат об этом, и если в течение 5 рабочих дней мы эти ошибки устраним, то декларация будет считаться представленной в тот день, когда мы ее представили первый раз. Как видим, изменений по НДС только, да, по налогу на прибыль масса. В наших мини-курсах мы будем также обсуждать не только изменения по НДС, но и отдельный блок у меня будет по изменениям по налогу на имущество. В том числе я расскажу, какие изменения произошли с 1 января 2021 года по налогу на имущество. Особенно это будет интересно налогоплательщикам Москвы, потому что появились новые объекты по налогу на имущество в Москве. Также мы обсудим популярный вопрос налогообложения арендованного имущества. То есть если вы арендаторы, вдруг неотделимое улучшение произвели, или в каких случаях вам нужно платить налог на имущество, или наоборот, вы сдали в аренду. В каких случаях не надо платить налог на имущество по имуществу, сданному в аренду, мы это все обсудим. И также я хочу сказать, что в рамках нашего мини-курса будет и раздел, это вот сейчас я рассказала про свой мини-курс, да, именно по изменениям по налогам, но также у нас еще будет и раздел в другом мини-курсе, где наш методолог компании «Правовест Аудит» будет рассказывать о том, как при помощи бухгалтерского учета можно сэкономить налоги на имущество и увеличить структуру баланса. На мой взгляд, это очень интересно, потому что улучшая структуру баланса, мы можем получить и льготные кредиты, да, может быть, у нас и будет прибыли чистой больше для распределения дивидендов. То есть структура баланса хорошая, да, никому не помешает. И в рамках этого же курса специалисты также будут рассказывать, как при помощи нематериальных активов увеличить размер чистых активов компании, да, и опять же получить льготные кредиты и новые источники финансирования. Но если вы сейчас, да, может быть, скептически, у меня нет нематериальных активов, опять же хочу сказать, что нематериальные активы есть практически у каждой компании. У каждой компании есть какое-то ноу-хау, у каждой компании есть там база данных клиентов. И все это можно, так сказать, поставить на баланс, тем самым увеличив размер чистых активов, да, и увеличить структуру баланса. И я хочу заметить, что этим тоже занимаются и наши аудиторы, и аудиторские компании, то есть аудиторские проверки, в том числе, они не только для того, чтобы выявить какую-то неуплату налогов, а для того, чтобы помочь своим клиентам оптимизировать налогообложение, оптимизировать учет, возможно, количество сотрудников даже, которые ведут учет в бухгалтерии, да, дать какие-то советы. И из практики могу сказать, что, конечно, большинство компаний, бухгалтеров, руководителей волнует даже больше налоговый учет, хотя вот из мини-курса вы узнаете, что и бухгалтерский учет позволяет экономить на налогах. Но все равно, да, вот, наверное, все-таки бухгалтеры больше беспокоятся за налоговый учет. Поэтому хочу посоветовать, что если вы подлежите обязательному аудиту, проведите аудит с пользой обязательной, да, то есть включите в техническое задание на проведение аудита, проведение аудита налогового учета. Я знаю, что это делают не все аудиторские компании, но такой аудит принесет большую пользу. То есть поговорите со своей аудиторской компанией, да, можно ли, так сказать, усугубить аудиторскую проверку именно проверкой данных налогового учета. Потому что, да, ну, бухгалтерский учет, он важен, но налоговый учет, как я уже сегодня сказала, больше волнует налогового бухгалтера, руководителя. Вот. И в нашей компании вы можете заказать аудит с индивидуальным техническим заданием. То есть хотите НДС посмотрим, например, только, да, вот какой-то вопрос волнует бухгалтерию. Хотите, например, только расходы по налогу на прибыль посмотрим, правомерно ли, все ли документы есть, да. То есть дополните обычный классический аудит
индивидуальным техническим заданием и проверьте налоговый учет. Если вы сейчас наведете телефоны на QR-код, то за одну минуту, действительно, я проверяла сама, вы можете узнать приблизительную стоимость аудита в нашей компании. Но, безусловно, аудит в любой компании – это безусловный плюс. Да? Наличие аудита – это лучше, чем его отсутствие, потому что всегда со стороны виднее. Да? Иногда и у бухгалтерии, самого супербухгалтера, замыливается глаз. Поэтому, возвращаясь к нашим курсам, хочу сказать, записывайтесь на наши курсы. Еще раз повторюсь, мы будем говорить об изменениях по налогам, по налогу на добавленную стоимость, по прибыли, по налогу на имущество, о налоговом планировании, в том числе международном налоговом планировании. Разберемся, как бухучет помогает экономить на налогах и как улучшить структуру баланса и увеличить размер чистых активов. Ну и также будем говорить о налоговых рисках. Но это уже более подробно о своем курсе и о курсе коллег будет рассказывать Наталья Наталюк во второй части нашего вебинара. Есть ли какие-то вопросы? Мне кажется, я даже увлеклась сегодня и превысила лимит. Так, Василя, есть ли у нас вопросы? Да, Виктория, у нас там накопилось. Так, у меня тоже. Я вот сейчас хочу... Не знаю, как на полный экран сделать, почему-то у меня не получается. Нет. Жму все подряд. Остановить. Вот, все. Прошу прощения за техническую накладку. Давайте вопросы. Василя, как меня слышно, как видно? Или... А, давайте я буду смотреть в чат. Все, поняла. Так, смотрим, что у нас за вопросы. Так, а как было ранее с Кипром и Мальтой? Значит, по Кипру и Мальте там были предусмотрены ставки налога на прибыль 5% или 10%, то есть в зависимости от стоимости вклада в уставный капитал. И на слайдах вы можете посмотреть подробнее, да, и можете открыть соглашение об избежании двойного налогообложения и посмотреть. То есть вот по Кипру совершенно точно, если у вас там доля, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, 100 тысяч евро, в уставном капитале, то есть если дешевле вам обошелся вклад, вашим киприотам обошелся вклад в уставный капитал дешевле 100 тысяч евро, то с них мы брали налог на прибыль по ставке 10% по дивидендам. Вот. Аналогичное положение, если я не ошибаюсь, были и с Мальтой. То есть, а теперь во всех случаях практически будем брать 15% налога на дивиденды по выплатам в пользу кипрских собственников. Так, ратификацию почему не дожидаются? Значит, не знаю, почему ратификацию не дожидаются. Вот в самом протоколе написано, что даже до ратификации он применяется во временном порядке. Поэтому, ну, вот так, в самом протоколе стороны решили, не знаю, какие сложности с ратификацией протокола об увеличении ставок по налогу на прибыль и внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Ну, вот пока так. Так, что ожидать, согласие Нидерландов или вообще денонсация? Я думаю, что Нидерланды должны согласиться, так же, как и Кипр, потому что, ну, проще, наверное, согласиться на 15% ставку по налогу на прибыль, чем потерять вообще соглашение об избежании двойного налогообложения. Вот, ну, это моя точка зрения. Вот, что еще? Так, по рекламе все остается на откуп конкретного инспектора. То есть получается, это, видимо, вопрос по налогу на добавленную стоимость. Кстати, если вы айтишники, передаете права на программные продукты, которые тоже относятся к рекламно-торговым программам, то вот эти доходы не включаются в состав специализированных доходов по налогу на прибыль. И... Получается, что квалификация действительно программ остается на откуп конкретного налогового инспектора. И как сказали представители ФНС, то есть я общалась и с представителями IT-компаний, которые
вот инициировали как раз запрос в налоговые органы, то есть разъясните нам, какие программы, да, должны попадать в исключение вот эти торгово-рекламные, потому что сейчас каждый практически программный продукт, например, если у вас программный продукт, ну, то есть программа для поддержания лояльности клиентов, да, вы ведете учет, кто что купил, и она может делать рекламные рассылки. Если вы создаете сайты, то в программе по созданию сайтов тоже заложена, будем говорить, подпрограмма, которая позволяет делать рекламные рассылки, которая позволяет размещать рекламу на сайте. Вот, и ФНСники сказали, что они будут нарабатывать судебную практику. Вот пока будет так в налоговом кодексе, да. То есть если вам, к вам придет конкретный инспектор и вдруг скажет, что ваша программа относится вот к рекламной программе и относится к исключениям, то будете решать вопросы в суде. Поэтому еще раз всех настоятельно призываю, да, забросать Минфин запросами конкретно по вашим программам. Вот. Если вы вот прям своей программы не найдете в письме Минфина от 18 декабря, на которой я показывала, которая у меня есть, да, в слайдах, то лучше сделать запрос в Минфин, пусть ответят по вашей программе, относится она к рекламной торговой или нет. Для этого опишите функционал программы. И вообще, кстати говоря, экспертному сообществу, вот айтишникам, не очень понятно, как инспекторы будут разбирать. То есть может программа рекламу распространять или не может. То есть я думаю, что просто внимание будут уделять инспекторы вот именно агрегаторам, торговым площадкам, да, вот и их налогообложению. То есть не передают ли они права на программные продукты под видом, то есть наоборот, не оказывают ли они услуги рекламы под видом передачи прав на программные продукты. Поясните, что подразумевается под длящийся характер. Ну, мне кажется, Сергей, я это уже несколько пояснила, что такое длящийся характер. Я не знаю, что Минфин там подразумевает, ФНС под длящимся характером. Но, на мой взгляд, под длящимся характером стоит понимать договор на передачу прав на программу ЭВМ, когда плата установлена за использование программы или базы данных. То есть такие длящиеся договоры, на мой взгляд, могут быть при использовании справочно-правовых систем, да, то есть когда вот вы пользуетесь там, не знаю, гарантом, консультантом, да, и там еще там главбухом программной и платите там, да, условно говоря, за январь, да, вот за пользование за январь, да, за право пользования в феврале платите, да, вот это, на мой взгляд, длящийся договор, где вы один раз заключили, вам базу загрузили, и вы потом оплачиваете уже право по, именно использования в течение какого-то времени, да, например, там в течение месяца, вот когда по сути вам права передаются каждый месяц там или каждый квартал. В том числе договором может быть предусмотрено обновление программных продуктов. Но именно не услуги по обновлению, да, а обновление, потому что обновление программных продуктов, я изучала этот вопрос, это на самом деле кусок программы, да, то есть тоже это объект интеллектуальной собственности, на который передаются права. Вот, и они не облагаются НДС, если сами программные продукты занесены в российский реестр. Поэтому вот я выразила только свою позицию о том, что можно подразумевать под длящимся характером договора. Так, когда дали код доступа или когда его активировали? Ну, видимо, когда произошла передача прав. Значит, ответ на ваш вопрос. Прочитайте условия договора, когда у вас права считаются переданными. Если они считаются переданными, даже при подписании договора, значит, у вас дата передачи прав, дата подписания договора. Если когда дали код доступа, да, соответственно, в акте это укажите, когда был дан код доступа, тогда, значит, когда дали код доступа. А если когда его активировали, значит, когда активировали. Ну, то есть все зависит от условий договора, у нас свобода договора, да, если речь идет именно о передаче права пользования на программы ЭВМ. Так. А пока не разъяснил Минфин, как посоветуете действовать. Вопрос от Натальи. Наталья, не знаю, о чем у вас вопрос, как им посоветовать действовать. То есть, если в продолжении вопроса, даже, честно говоря, не думала, что такой интерес вызовет именно передачу прав на программу ЭВМ, прямо у нас все собрались,
разработчики, да, и, видимо, компании, которые передают, возможно, по сублицензионным договорам программные продукты. Значит, на мой взгляд, я как это, следует действовать так, как мы, в общем-то, это делали всегда. То есть те, кто считал, что у них длящиеся договоры, выставляли счета каждый месяц или каждый квартал, да, вот они продолжают это делать. А те, кто считал, что передали права и забыли об этом, по сути, то есть, на мой взгляд, так и следует считать, что база по НДС должна быть определена именно на дату передачи прав в том порядке, который действовал на тот момент. Вот. Ну, вот пока так. То есть, по крайней мере, если я считаю, что права передала в 2020 году на 10 лет, да, вот скачали у меня программный продукт и пользуйтесь, да, как написано в лицензионном соглашении, 10 лет, все, да, то есть, независимо от того, будете вы мне потом платить, не будете, все, права переданы, да, вот один раз, можно сказать, и делайте с этой программой практически что хотите, то я бы не стала бы размазывать базу по НДС на все эти 10 лет пользования, предусмотренные договором. Вот. Но это вот моя позиция. То есть мне кажется, это как-то странно, да, размазывать базу по НДС вот на, ну, как-то на 10 лет, на которые я передала права на программные продукты. А если, по сути, это все равно, что оказание услуг, еще раз повторюсь, мне платят за использование программного продукта, да, за время использования программного продукта, по сути, да, как будто я услуги оказываю, то тогда, да, я, и база у меня будет возникать там каждый месяц или на последний день квартала. Но я думаю, что эти компании уже и так, ну, как бы, счета выставляли, вот, определяя налоговую базу на последний месяц или квартал. В общем, хотелось бы получить, конечно, официальный ответ от Минфина на этот вопрос, да, вот пока я высказала свою позицию, да, и как бы я, наверное, поступила в вашей ситуации. Вот. В принципе, все. Я вижу, что вопросов ко мне нет. Василя, передаю слово вам обратно. Большое всем спасибо, что слушали. Да, передаю. Да, Виктория, спасибо большое. Как всегда, очень интересное выступление. Друзья, видела в чате еще вопросы по поводу курсов. Да, смотрите, прямо под видеотрансляцией есть кнопочки, с помощью которых вы попадете на страницы курсов и сможете ознакомиться с подробной программой по каждому курсу. Если у вас будут возникать вопросы по ним, пожалуйста, задавайте их в чате или пишите нам на электронную почту, звоните, мы обязательно все расскажем. Друзья, но мне не терпится поделиться еще одним моментом, поэтому, Наталья, дайте мне одну минутку, по поводу этих курсов расскажу, что помимо очень насыщенной практической программы, мы предусмотрели еще элементы графикации, чтобы вас сподвигнуть дойти эти курсы до конца, чтобы закрепить полученные знания. Мы предусмотрели онлайн-квест, уверена, что он вам понравится и сам по себе. Но раз есть квест, по итогам которого вам будут начисляться баллы, то мы решили, что должны быть и победители, должны быть и подарки этим победителям, поэтому, а если уж предусматривать подарки, то они должны быть действительно прекрасными, крутыми подарками. Друзья, должна обратить ваше внимание, что победителями будет считаться по каждому курсу тот человек, который наберет первым максимальное количество баллов, то есть правильно ответит на все вопросы онлайн-квеста. Этот победитель у нас получит в подарок новенький iPhone. Но, конечно, предусмотрены подарки и за второе, третье место, но и также мы никого из участников не оставим без полезных подарков. Друзья, подробнее о них тоже можно ознакомиться на странице курсов. Пожалуйста, если будут вопросы, обязательно задавайте. Но я знаю, что очень ждут выступления Натальи, тоже спрашивали, когда же мы уже будем обсуждать вопросы основных триггеров на налогового контроля. Наталья, передаю вам слово. Друзья, перед вами сейчас выступит Наталья Наталюк, один из ведущих экспертов компании «Правовест Аудит». Наталья нам как раз и расскажет про свой опыт в части помощи по успешному прохождению налогового контроля для своих клиентов. Наталья, передаю вам слово. Василя, спасибо. Ну что ж, дорогие наши участники, настало время поговорить о налоговом контроле.
Конечно, много чего хотелось бы обсудить именно уже сегодня, но, как правильно говорят мои коллеги, подробно будем говорить на курсах. И основные сегодня, конечно, акценты расставлю. Что касается налогового контроля, ну, такими вот широкими мазками кардинально что поменялось. Все обеспокоены, конечно же, оптимизацией по НДС. Да, некоторые оптимизаторы говорят о том, что, ребят, продолжайте оптимизировать, ничего страшного. На самом деле, конечно же, все эти истории с бумажным НДС, они как минимум года два уже прекрасно вычислялись налоговыми органами, используя автоматизированную систему АСК НДС-2. Так вот, в прошлом году произошли изменения, теперь вместо АСК НДС-2 работает комплекс, программный комплекс контроля НДС, который более совершенный, и отслеживать непосредственно уже всех участников вот этой многостадийной цепочки, связанной с уплатой НДС в бюджет. Более того, данная программа уже отслеживает непосредственно выгодоприобретателей конкретной НДСной схемы. И именно выгодоприобретатели, как говорят представители Федеральной налоговой службы, будут наказывать за весь этот схематоз. Пока, конечно, ну, есть определенные плюсы в этой программе. Почему, на мой взгляд? Потому что, смотрите, очень часто претензии налоговых органов, даже по формальным основаниям, связаны с чем? С тем, что якобы есть проблемный контрагент, по мнению налоговых органов. Причем это контрагенты второго и десятого звена, за которых почему-то мы должны с вами отвечать. Если, конечно, как говорит налоговая служба, действительно будут искать выгодоприобретателя, виновника всей этой схемы, наверное, да, уже будет какой-то момент и уже определенного баланса и равенства. Но поживем, увидим. Пока что мы отслеживаем на практике. Более часто вызывают на комиссии, тоже предлагают добровольно уточнить свои налоговые обязательства, в большей части по налогу на добавленную стоимость, ну и по налогу на прибыль тоже не забывают попросить доплатить в бюджет деньги в связи с тем, что якобы проблемные в налоговом плане контрагенты, как ближние, да, первого звена, так второго, третьего и даже десятого. Насколько это обосновано, ну, нужно смотреть в каждой конкретной ситуации. Если мы с вами уверены в том, что наши ближайшие контрагенты действительно исполняют свои налоговые обязательства, это уже большой плюс. Если у нас все замечательно в бухгалтерском налоговом учете, как говорила Виктория, это прекрасно, это основание для того, чтобы сослаться на 81-ю статью Налогового кодекса и уверенным голосом заявить налоговому инспектору о том, что мы не видим оснований для уточнения. Более того, для того, чтобы уточняться, согласно той же самой статье, необходимо, чтобы были какие-то ошибки, связанные с занижением налогооблагаемой базы, будь то налог на прибыль, либо НДС, чего у нас нет. И, конечно же, есть моменты, связанные с коммерческой осмотрительностью при выборе контрагента. В каком конкретном случае, как ее проявлять, об этом тоже, конечно, сегодня поговорим, потому что есть прекрасные судебные акты, которые уже разграничили моменты, в каком случае нужно проявлять более такую максимальную осмотрительность, и когда можно просто лишь удостовериться, то, что компания зарегистрирована в ЕБРР, и получить подтверждение прав, полномочия на право подписания заключения договора или подписания первичных документов. Так вот, как говорит сами представитель Федеральной налоговой службы, ПК контроль НДС действительно прекрасно работает, и более того, есть у нас такая градация всех нас налогоплательщиков, уже не налоговый светофор, помните, да, был такой красный цвет, это те налогоплательщики, которых желательно проверять в рамках выездного налогового контроля. А те, кто в желтой зоне, ну, есть какие-то нехорошие схемы налоговые, но зеленые – это благонадежные налогоплательщики, которых вообще можно не проверять даже в рамках выездной налоговой проверки. Хотя на практике мы с вами прекрасно понимаем, что из зелененького превратиться в желтенького или в красненького налогоплательщика – это дело уже техники. Сейчас налогоплательщиков не разукрашивают цвета светофора, а непосредственно баловка, особенно что касается так называемых сущностных компаний. Сущностные компании – это и есть выгодоприобретатели от различных налоговых схем. Чем больше баллов у сущностной компании, тем больше шансов, что ее будут проверять в рамках выездного налогового контроля. Также при помощи этой автоматизированной системы контроль НДС здесь прикрываются такие ворота для коррекции своих налоговых обязательств, каких-то вот попыток все-таки возмещать НДС
либо вычеты применять, да, по данному налогу в связи с тем, что были определенные договоренности с территориальной налоговой инспекцией. О чем речь? Речь о том, что есть такие случаи, когда инспектор звонит и говорит, что вот по тем контрагентам, которым представил договоры или, соответственно, счета фактуры, в моей базе числятся как неблагонадежные, поэтому нужно заменить сторону договора, что прекрасно сделалось. Сняли соответствующую сторону контрагента у Ромашка на Увасилю, и соответствующие вычеты уже можно было претендовать. А вот, на сегодняшний день отслеживается этот момент замены стороны договора, причем это на контроле уже на уровне ФНС, буквально еженедельный мониторинг и, как говорится, на контроле у вышестоящего налогового органа обязательно. Также есть такие моменты, связанные с запутыванием еще тогда СК НДС-2, когда пытались дробить счета фактуры и заявлять от вычета к возмещению в разные периоды, да, что способствовало запудриванию мозгов автоматизированной системы. Так вот это тоже на сегодняшний день очень активно отслеживается, корректируется и, как говорится, отлавливается. Налоговые инспектора очень довольны работой автоматизированной системы, как они заявили буквально где-то неделю назад, о том, что в перспективе, возможно, в этом году начнет уже активно разрабатываться аналогичная программа по налогу на прибыль. Вот таким образом. То есть основная тенденция, связанная с прозрачностью бизнеса, это не пустые слова, действительно, на практике мы видим такие вот шаги по тотальному контролю за деятельностью налогоплательщиков, причем не только юридических, но еще и физических лиц, в том числе изменения, которые связаны с обязанностью представлять банкам информацию по счетам, о том, кто представляет интерес, кто работает по доверенности, о движении денежных средств физических и юридических лиц. Ну, это одна сторона медали. А также мы с вами видим, что действительно та цель, которая заложена была еще Михаилом Мишустином где-то 3 года назад, о том, что единая экосистема создается, в которой непосредственно все операции будут осуществляться физическими и юридическими лицами, в момент транзакции уже автоматически будет исчисляться и удерживаться налог. Ну, такая перспектива. Шаги, которые ведут к прозрачности бизнеса, это тоже связано с ЭДО, электронный документооборот. Вы знаете, нам его обещают внедрить к 2024 году. Ну, к 2024 году у нас Минфин тоже очень много различных разъяснений выпустил о том, что стремление, в частности, пополнению бюджета практически 99,9% к 2024 году должны быть обеспечены. Но я думаю, что в том числе за счет различных автоматизированных систем, так называемой налоговой экосистемы. Но что, вернемся, скажем, к 2021 году, что мы отслеживаем на сегодняшний день, какие моменты есть. Конечно, отслеживают сомнительные операции, в том числе с проблемными контрагентами, тоже пробиваются через соответствующие базы налоговые органы. И, конечно же, очень сильно хвалятся, в частности, на своих совещаниях, собраниях на различных и в отчете, в аналитике пишут, что действительно налогоплательщики, они зря жалуются на налоговый контроль в плане того, что все-таки налицо снижение количества выездных налоговых проверок. Количество снижается, это действительно истина, но тем не менее до начисления по результатам выездных налоговых проверок они продолжают расти. В частности, 2020 год. 2020 год ознаменовался не только пандемией, но также и тем, что налоговые органы вроде как бы начали снижать определенные планки по средним доначислениям по результатам выездной налоговой проверки с учетом запрета, да, запрета на проведение выездных налоговых проверок. Да, это у нас было. Но тем не менее, что мы видим на практике, у нас есть, опять же, статистика, строгий язык статистики. В цифрах то, что за 9 месяцев 2020 года по Москве, в частности, до начисления средне составляет порядка 43 миллионов рублей на одну выездную налоговую проверку. Хотя задумки с учетом моратория на выездную налоговый контроль планировали где-то 35 по России миллионов рублей. Ну, то есть, как говорится, наверстали свою налоговую органу. За год еще пока отчета нет. Вот ждем где-то конец февраля-марта, уже будем с вами анализировать отчетность налоговых органов. Так вот, это к чему? К тому, что действительно ведется очень серьезный предпроверочный анализ.
контрольно-аналитическая работа вот этим работникам налоговых органов, им как раз, как говорится, все карты в руки, потому что они отслеживают действительно факты неуплаты налогов, информацию черпают из различных источников, свидетельствующие о том, что якобы есть какие-то нарушения налогового законодательства, и конкретно налогоплательщикам необходимо проверить в рамках выездного налогового контроля. Поэтому выездные налоговые проверки у нас всегда были и будут действительно результативными. Дальше, что касается гордости налоговых органов, то, что якобы мы с вами налогоплательщики добровольно действительно уточняем свои налоговые обязательства. За счет чего? За счет того, что налоговые органы направляют соответствующее уведомление о необходимости заплатить конкретную сумму в связи с тем, что есть договорные отношения с проблемными в налоговом плане контрагентами. То есть есть факт неуплаты налогов в бюджет именно НДС. Есть проблемные взаимоотношения с контрагентами, поэтому расходы заявленные тоже необходимо, как говорится, подкорректировать и заплатить. И пугает, конечно, выездной налоговой проверкой. Очень часто на комиссиях при разговоре по уточнению добровольному уточнению налоговых обязательств говорят о чем? О том, что все-таки придется заплатить. Вот тут несколько, 5-10 контрагентов, да, вот где-то порядка, допустим, 60-80 миллионов заплатить все-таки придется. Иначе будет тематическая выездная налоговая проверка. Блеф ли это? Увы, нет. Увы, нет. Не всегда, особенно в 2020 году, мы с коллегами отметили следующий момент. То, что действительно риск назначения именно тематического контроля, выездной налоговой проверки, он высок. Более того, из уст налоговых органов следует следующее. О том, что в 2020 году тематические проверки в доле всех выездных составляли 20%. В 2021 году, как вы видите сейчас на слайде, будет порядка 50%. Это задумки. Что касается, как говорится, ситуации на земле, сами инспекторы, конечно же, в большей степени нацелены на более глубокую выездную налоговую проверку, потому что трудозатраты для тематической проверки тоже велики. Но, честно говоря, лучше проверить сразу 3 года и выявить все вот эти недочеты и доначислить хорошую сумму налогов в бюджет. Это действительно позиция многих выездников. Такие моменты. Поэтому риск назначения тематической проверки, конечно, он есть, тем более, что он возрастает, когда беседа идет про НДС, и разрыв по НДС составляет более 3,5 миллиона рублей. Вот есть такая цифра у налоговых органов, если этот разрыв есть в таком размере, то поэтому, конечно, риск назначения тематической проверки, он больше, нежели в других случаях. Что делать? Ну, опять же говорю, сугубо индивидуально, единой какой-то пилюли для всех нет. Почему? Потому что нужно смотреть действительно, как у нас обстоят дела с налоговым учетом, в частности, какие у нас вообще контрагенты на самом деле, какие у нас есть скелеты в шкафах. Известить все за и против. Есть моменты, когда просто частично уплачивают, уточняются, и в принципе все заканчивается прекрасно, никто их дальше не тревожит. Есть моменты, когда вообще отказываются платить, когда все прекрасно, будем говорить так, есть определенная уверенность, да, какие-то спорные моменты возникают, определенные трения с представителями налоговых органов, но тем не менее не назначаются выездные, в том числе и тематические проверки. Поэтому здесь, конечно, нужно в каждом моменте смотреть. Дальше развитие, это налоговый мониторинг, это опять же та же самая песня про прозрачность бизнеса. Сейчас идет накатка, как работает прозрачный бизнес именно в рамках налогового мониторинга на крупнейших налогоплательщиках. По моему мнению, вот этот контроль, онлайн-контроль, он перерастет и на средний, и на мелкий бизнес, в том числе, возможно, к 2024 году. Но поживем увидим. Пока то, что опять касается цифр, смотрите, по состоянию на 1 января 2020 года у нас 95 крупнейших компаний были подключены к налоговому мониторингу, а к январю 2021 уже 209 компаний. То есть здесь и добровольно, принудительно, добровольно кто-то подключается,
потому что есть, конечно, свои плюсы и минусы. Самый большой минус, который пугает многих, то, что действительно онлайн-контроль. Пока контроль за деятельностью налогоплательщика, правильностью учета, в том числе при помощи подключения к различным автоматизированным системам бухгалтерского учета, допустим, 1С, но все зависит от того, как пока налогоплательщик дает право доступа, да, усеченные так называемые витрины данных, какая ей соответствующая, да, представляет право доступа сам налогоплательщик. Но здесь, конечно, тоже нужно, чтобы и система внутреннего контроля была выстроена достаточно грамотно и хорошо, прежде чем подключаться к налоговому мониторингу. Есть свои плюсы, то, что можно запросить какие-то советы, в том числе узнать мнение налоговых органов по совершению той или иной сделки в налоговом плане, все ли хорошо, спорные какие-то моменты обсудить и мотивированные заключения изучить налоговый инспектор и уже значит, использовать его в деятельности, либо нет. Но если нет, понимаем, что есть определенные риски. Плюсы в том, что не проводится выездная налоговая проверка, и так, в принципе, все прозрачно и замечательно в этом плане. У нас есть замечательный опыт в нашей компании, мы подключаем, готовим компании к подключению налогового мониторинга. Вот, тоже очень хорошие проекты, очень много интересных моментов, есть какие-то практические сложности, которые мы помогаем успешно преодолеть. И в частности, налоговый мониторинг моя коллега Ольга Льганькова на соответствующем курсе тоже будет рассказывать подробно о всех пряниках и кнутах, что связано с налоговым мониторингом. Поэтому, конечно, я думаю, что это интересно не только крупнейшим налогоплательщикам, но практически всем. Это крупными мазками. Дальше, что касается ситуации, с чем мы с вами встречаемся, как говорится, на земле очень часто, и есть какие-то еще очень интересные, нетипичные споры. Ну, чаще всего, как вы думаете, с чем мы с вами сталкиваемся? Конечно же, это требования. Требования налоговых органов постоянно представлять какие-то документы, информацию, как. Но когда проверяют в рамках выездной либо камеральной, это одна песня, когда проверяют контрагентов, либо вообще какая-то сделка с третьим лицом, где-то что-то там засветилось, и вдруг там наша компания нужно представлять. Вот здесь возникает очень много вопросов. Вопросов, на мой взгляд, очень много в связи с тем, что наш любимый, самый главный фискальный документ страны налоговый кодекс, он во многих моментах, особенно в части первой, так обтекаемо написан, что нет четкого понятия о том, что какие есть права у налоговых органов и какие у нас с вами есть, что можно, что нельзя. Поэтому, особенно что касается статьи 93 налогового кодекса, часть 2, когда требуют документы, информацию в отношении какой-то конкретной сделки, вот здесь очень часто на практике мы наблюдаем то, что налоговые органы пытаются искусственно завысить свои полномочия, и причем, что печально, в судебной практике очень часто в части именно применения пункта 2 статьи 93 прим. Налогового кодекса арбитражные судьи пытаются поддержать налоговые органы. Но обо всем поподробнее в кейсах, да, давайте поговорим. Вообще, что касается моментов, как правильно и грамотно должно быть составлено требование. Мы с вами понимаем, и не один год, когда спорим с налоговыми органами, мы говорим, для того, чтобы понимать, что ты от меня хочешь, ты должен идентифицировать конкретные документы. Да, сколько документов, какие документы я должен тебе представить. Если из полученного требования я не могу это установить, то, в принципе, у меня есть возможность не представлять какие-то документы. Этот вот спор, сыр-бор шел несколько лет, и когда-то суды поддерживали нас, налогоплательщиков, так вот сейчас период, на мой взгляд, когда больше поддерживают именно налоговые органы. Вот как сейчас вы видите на слайде, налоговые органы считают, а также Верховный суд, то есть все арбитражные суды в основном, то, что достаточно требований только указать стороны сделки, которые интересуют налоговые органы, ну еще и, возможно, еще период, там, да, допустим, за год. Вот этого достаточно. Можно требовать в рамках статьи 93 прим. Налогового кодекса информацию не только по одной сделке, а сразу по нескольким сделкам. Это тоже уже позиция судьи, да, этот момент есть.
дальше истребует документы не только в отношении прямого контрагента, но и соответствующих других каких-то лиц. Если налоговый орган предполагает, что есть определенные связи, есть информация, которую располагает налогоплательщик, поэтому, конечно, они у нас могут и требовать. И судебная практика тоже в этом плане она есть, да, и поддерживает больше налогового органа. Давайте как раз и разберемся, что же делать, да, как защищать свои права и интересы, особенно когда наши любимые налоговые органы начинают требовать не просто огромный объем документов, требуют их необоснованно. Что касается количества документов, когда мы с вами встречаемся, мы часто обсуждаем, сетуем на то, что вот буквально за 10 дней нужно представить там порядка 10-20 тысяч документов. Есть на практике, как видите сейчас на экране, и более миллиона документов нужно было представить. И вспоминая налоговое законодательство, то же самое положение 93-93 Прим.Налогового кодекса, у нас вроде с вами есть право, скажем так, получить законную отсрочку в представлении документов и информации. У нас такое право есть, а вот у налоговых органов тоже есть право либо идти на поводу и дать, увеличить срок представления документов и информации, либо не предоставлять такую возможность. Очень часто на практике нас просто игнорируют и не отвечают. Допустим, да, пугаться не стоит, потому что направление соответствующего уведомления, то есть, как мы привыкли говорить, ходатайство о продлении срока представления документов и информации, позволит нам в дальнейшем снять штраф за несвоевременное представление документов. Причем это возможно сделать не только в судебном порядке, но можно сделать еще и на досудебном. Вот один из таких интересных кейсов у нас есть в копилке нашей компании. Совсем вот недавно, в 2020 году, одна из компаний в рамках выездной налоговой проверки получила требования, три требования, и нужно было по этим трем требованиям представить более 3500 документов. В чем были поименованы как договоры, сметы, счета, фактуры. Конечно, если есть и строительственный момент, это любимые КС, КС-2, КС-3. Журналы производственных работ, регистры, куда же без них, бухгалтерского и налогового учета, ну, то есть большой объем документов. Налогоплательщик не растерялся и соответствующее ходатайство налогового органа подал, говорит, что, ребят, мы в течение 10 дней мы представить не можем, но в течение 20 рабочих дней, да, плюс еще 10 дней, это вполне реально. На что налоговые органы ничего не ответили, они просто вдогонку оштрафовали компанию по части 1 статьи 126 Налогового кодекса, 200 рублей за каждый непредставленный документ, в итоге сумма вылилась аж 850 тысяч рублей. Конечно, нужно спорить. И как раз мы подготовили соответствующую жалобу вышестоящий налоговый орган, где обосновали о том, что, во-первых, отсутствует вина как обязательный элемент состава правонарушение по части 1 статьи 126, поскольку было указано, мы не отказывались в представлении документов, мы объективно указали, что большой объем представленных документов, и поэтому указали срок реального представления документов 20 дней, в которые мы уложились, в течение 20 рабочих дней были представлены практически все документы. Те документы, которые не были представлены, они представлены тоже по уважительной причине, не представлены, потому что, ну, в принципе, компания, она вообще эти документы просто не ведет, скажем так, да, и наказывать за суть этих документов тоже абсолютно незаконно. В частности, были истребованы на карточке по счетам на 3.0.4.0.5, да, 20-й еще, 25-й любимый, 67-й, 79-й и так далее. Ну, поскольку компания не использовала эти карточки, не вела учет, и коллективный договор тоже был поименован, тоже компании не было, поэтому наказывать за непредставление документов, которые не существуют в принципе у компании, тоже абсолютно незаконно. И вот вуаля, как раз на уровне соответствующего ФНС решение налоговых органов было, нештоящая инспекция была отменена, и штраф 850 тысяч рублей сняли. Хочу сделать такой акцент, то, что действительно на сегодняшний день налоговые споры – это действительно очень тяжелый труд. Кровью и потом добиваются победы налогоплательщиков, да, потому что есть определенный формальный и подход со стороны налоговых органов. Но тем не менее, конечно же, нужно стараться учитывать вот эти вот моменты, заранее лучше вообще, конечно, споров избегать. И это к чему говорю? Потому что вообще на сегодняшний день, вот нашими коллегами, в частности, тоже вот мы отмечаем, что
более эффективно даже спорить на стадии досудебной. Да, вот как в аналогичном примере, ФНС все-таки прислушивается хотя бы в части, либо полностью отменяет решение налоговых органов. Да, главное правильно и грамотно все обосновать. Какие документы требуют необоснованно? Тоже есть кейсы очень интересные. Вот как раз два кейса по Северо-Кавказскому и Волговятскому округу. Здесь налоговые органы наказали компанию за непредоставление документов, которых у налогоплательщиков просто не было в силу договорных, опять же, отношений. Да. Здесь у нас налогоплательщик выступал заказчиком услуг, а у него потребовали представить путевые листы, смены рапорта, работу спецтехники. Это можно было истребовать в рамках 93 прим. Налогового кодекса у контрагентов, что не было сделано, а у самого налогоплательщика документов, конечно же, не было. И здесь есть норма Гражданского кодекса 720 статья, 783, которая как раз и говорит, если я выполнил работу, а этот документ был представлен налоговым органом, остальные документы они могут и не быть. И, в принципе, их не должно быть у налогоплательщика, поэтому штраф абсолютно незаконен. Что касается количества документов, тоже здесь хочу сказать, что, смотрите, можно попытаться и нужно пытаться снять штраф. В любом случае нужно всегда анализировать требования, насколько оно грамотно и обоснованно составлено, чтобы было с чем, как говорится, спорить обоснованно. Как видите, есть судебная практика, когда все-таки за несвоевременное представление документов при наличии, кстати, ходатайства о продлении срока, можно даже, то есть если даже не полностью, но хотя бы в части освободиться от ответственности. В любом случае есть варианты. Поэтому ходатайство, конечно, нужно обязательно подавать. О том, как правильно, что делать, как анализировать требования, мы тоже будем с вами подробно говорить на наших курсах. Меня очень сильно обрадовало одно из судебных дел, как раз смотрите, это у нас 18 января текущего года, где замечательно судьи указали следующее, о том, что в рамках камеральной налоговой проверки нельзя истребовать все, что тебе хочется, налоговый инспектор, потому что есть положение 88 статьи, есть положение 93 статьи, в конце концов, если это касается налоговой декларации и именно касается налоговых вычетов по налогу, по НДС, соответствующие здесь уже подтягивается 172 статья. В чем суть? Суть спора в том, что наши любимые налоговые инспекторы, как очень часто поступают, они направили требования в рамках камеральной проверки с основания 93 статьи налогового кодекса и затребовали кучу всего. То есть фантазии, там договор, сверки, акты о зачете взаимных требований, что касается дебиторки, кредиторки, доверенности и прочего. Ну, то есть все про все представить. Налогоплательщик не согласился и очень грамотно обосновал свою позицию. То есть, ребята, у меня и требуются документы на основании 93 статьи. Конкретно сейчас проводится камеральная налоговая проверка налоговой декларации по добавленной стоимости, где заявлены налоговые вычеты. Поэтому давайте внимательно читать часть 8 статьи 88 налогового кодекса, 172 статью, где четко черным по белому написано о том, что в конкретном случае в рамках камералки ты можешь у меня истребовать те документы, которые касаются, которые подтверждают право налогового вычета. Я себя заявляла льготы, соответственно, здесь уже касается документы, подтверждающие льготы. Вот то, что ты у меня истребовал, то, что сейчас видите на слайде, договоры, дебиторка, кредиторка, доверенность и прочее, никоим образом не относится. Здесь мне очень интересно, еще показался интересный тот момент, то, что в судебном заседании представители не только налоговой инспекции, а уже вышестоящего налогового органа, УФНС, сказали, ну, взмутились просто, ну а как же 54 прим. Налогового кодекса, замечательная статья. Ведь она позволяет расширять некоторые полномочия налоговых органов, это по мнению представителей ФНС конкретного региона, да, о том, что вообще истребовав вот эти документы, налоговый орган в совокупности, проанализировав всю ситуацию, он мог же выяснить, а возможно здесь идет речь о занижении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Есть какие-то нарушения. Поэтому здесь нужно еще учитывать положение статьи 54 прим. Это очень интересная интерпретация и замечательно, что суды сказали, что, ребят, ваш довод, он абсолютно несостоятельный. В данном случае при камералке действует 88-я часть, 8, да, и 172-я. Не надо приплетать 54 прим, ибо она немножко как бы о другом. Да, вот как удобно,
как удобно порой используют ту или иную норму налоговые органы для того, чтобы отстоять свои интересы хотя бы даже на судебных этапах. Причем здесь есть как раз и письма, вы тоже видите их на слайде, 2007 года, 2008 года, Минфина и ФНС, которые тоже самое говорили, что, ребят, в рамках камералки нельзя требовать все, что вам заблагорассудится. Так вот, следующий момент. Смотрите, если у нас истребованы документы по части 2 статьи 93 прим. 1. Вот давайте прямо конкретную ситуацию рассмотрим. Сидим, никого не трогаем, как говорится, все замечательно работаем, и тут приходит привет от налогового органа, требования, и написано основание. Основание, часть 2 статьи 93 прим. Налогового кодекса. Да? То есть мы с вами понимаем, что требует документы информации вне рамок каких-либо проверок. То есть ни камералка, ни выездная проверка в отношении меня налогоплательщика не идет. Вне проверка интересует конкретные сделки. При этом мы с вами читаем, что инспекция требует представить штатное расписание, лицензии, доверенности, договоры все и первичку аж за 3 года. И что делаем? Первый вариант. Придется представить. Или все-таки не будем представлять и напишем мотивированный отказ. Вообще я очень настоятельно вам рекомендую, не надо отмалчиваться, получили какой-либо привет письменный от налогового инспектора, нужно всегда обоснованный, мотивированный отказ. Либо просим уточнить, а что вы конкретно хотели. Вот обязательно нужно делать, чтобы эти все документы не сохранялись, когда мы с вами будем спорить с налоговым органом. Вот как вы думаете, да, вот нужно здесь или нет? К сожалению, пока вот не вижу обратной связи, но просто для себя там представлять будем или не представлять, да, уже в голове как бы мы отложили. На самом деле здесь можно смело писать мотивированный отказ, потому что у нас есть и судебная практика, в том числе тоже. И здесь у нас, причем это по нашему московскому округу, аж 2 круга судебных разбирательств прошли у нас налогоплательщики, да, молодцы, и до конца, и не зря старались, и победили. Здесь в чем суть? В том, что, ведь смотрите, вне рамок проверок, то есть какая-то конкретная сделка проверяется. Почему ты, налоговый инспектор, требуешь у меня все договоры с другими контрагентами вообще не касаемо этой сделки, в том числе и первичку, счета, фактуры, доверенности и прочее, аж за 3 года. Ведь очень сильно насторожить должно. Они копают ли под меня? И действительно копают. Здесь как раз судебное заседание налоговые юристы со стороны инспекции сказали, ну а почему? Мы считаем, что мы абсолютно законно требовали представления документов за 3 года. Да, нас интересует конкретная сделка. Но мы же действовали в рамках документов ДСП, у нас же есть внутренние письма от управления по Москве, есть соответствующие рекомендации от Федеральной налоговой службы аж 2011 года, 2009 года, где черным по белому написано о том, что в рамках предпроверочного анализа требует все, что хочешь. Да? Очень интересно. Так вот здесь сейчас это типичная абсолютная ситуация. И по нашему округу, и вообще в целом по России, когда со ссылкой или иногда начинают перечислять там 31-ю, 32-ю, 88-ю, 93-ю, запятая 93 прим. 1, и дальше все про все. Вот такой вот тоже винегрет получается. Надо даже насторожить действительно, потому что нужно понимать, насколько законно. Если я сейчас представлю все документы своими же ручками, да, у налоговых органов много чего, на каждого налогоплательщика есть информация, а тут я еще, извините, своими ручками представляю соответствующую информацию. Зачем? Зачем это делать? И, конечно же, здесь грамотно, то есть поставили на свое место, смотрите, было действительно очень тяжело, потому что на первом круге ведь суды-то поддержали кого? Налоговые органы. Налоговые органы только на второй круг, когда отправили рассмотрение, заставили более глубоко почитать, в том числе и судей, нормы действующие налогового законодательства. И когда все-таки дожали и признались налоговые юристы инспекции и УФНС о том, что это был предпроверочный анализ, раскололись. Судья задает логичный вопрос, а где в налоговом кодексе прописано вот такой вот вид контроля, как проверочный анализ, и что в рамках этого контроля вы можете истребовать вообще какие-либо документы,
не только за 3 года, а вообще тогда, где такие полномочия прописаны? Он говорит, нет, в налоговом кодексе есть письма, покажите, а не ДСП, ну извините. Чтобы был какой-то баланс и равенство определенное, да, но нужно знать какие-то правила игры. В налоговом кодексе не предусмотрен такой вид контроля, что возможность требовать документов. Поэтому налогоплательщик абсолютно обоснованно вам ничего не представил. Наказывать его нельзя за непредставление документов. Причем, смотрите, здесь очень интересный момент, опять же, радует в кавычках нас любимые налоговые инспектора, когда пытаются истребовать не только документы, а какую-то аналитику, заполнить таблички. Это, опять же, извините, моя позиция – это работа налогового инспектора. Какие-то документы, информацию, да, могу представить, и если я тем более должна, да, это сделать. Очень интересные казусы, смотрите, здесь возникают, когда нужно представить якобы документы, подтверждающие расхождение, и тут внимание, расхождение между данными декларации по налогу на прибыль и НДС. Почему доходы по прибыли больше, чем выручка по НДС? Вот заинтересовал, это не единичная ситуация, поверьте, только вот здесь вот, слава богу, дошли до судов. Расхождение между данными, ну извините, здесь опять отмалчиваться-то нельзя. Да, это какие-то вот, ну, азы, но нужно писать и говорить, что, ребята, различия между показателями вот этих налоговых деклараций по двум налогам прибыли и НДС, они вообще объективные, всем понятные, их нельзя классифицировать в качестве ошибок и противоречия, несоответствия, которые упомянуты в части 3 статьи 88. Правила исчисления, порядок выручки, прибыли и НДС, они разные, да, то есть моменты, как раз описали, то, что на слайде подробности они есть. Поэтому было признано, что абсолютно законно налогоплательщик не представил вам пояснение, почему такие различия, он вам письменно написал, какие-то документы он вам не представил, но в силу объективных причин. Он не должен был это сделать вообще. Вот такие вот моменты есть. Вообще казусов очень много на самом деле, потому что с чем мы с вами еще сталкиваемся, с тем, что это опять же, как раз если где-то в 19-20 году это были не так часто случаи, вернее, даже в 19-м, в первой половине 20-го года, то вторая половина вообще знаменовалась тем, что в целом по России, в том числе по нашему округу, извините, кто-то представляет декларации за компанию. Ну, очень много здесь рассуждается, кто, что, и налоговые органы начинают обвинять, да, что это выгодно, кто-то и мошенники. Но дело-то не в том, дело в проблеме. А что делать? А что делать на самом деле? Здесь какой-то универсальной такой вот пилюли тоже опять нет. Кстати, мы вопрос этот обсуждаем с представителем УФНС по городу Москве. Вот я думаю, что скоро должна состояться очередная встреча, и будем обсуждать. Надеюсь, что какие-то моменты все-таки они станут более ясными. Но пока вот предложение, вот что делать, посмотрите, у вас в слайде, в презентации будет, да, выяснить у оператора, кто, кому вдавался до, запретить выдавать без присутствия личного руководителя, пытаться аннулировать, в том числе в судебном порядке подложные эти декларации или отозвать ошибочную декларацию. Это вот по максимуму то, что на сегодняшний день можно и сделать. Поэтому нужно, конечно, бороться в любой ситуации, не вешать нос. Также много ситуаций связано с вопросами, а что это меня проверяет чужая инспекция? Сначала меня тоже какой-то вопрос очень насторожил, но как же может проверять чужая инспекция? Как раз вот на практике назначаются и камеральные налоговые проверки, очень часто сейчас звучит на практике, что еще и выездные налоговые проверки назначаются. Здесь, конечно, кстати, этот вопрос поднимался на налоговом форуме, непосредственно налоговым инспекторам задавался, причем на уровне заместителей начальника, руководителя налоговой службы ФНС, да, но сказать, что это невозможно, будет, конечно, с этим разбираться. Здесь тоже нужно расставлять свои точки над «и» и понимать, когда возможна проверка чужой инспекции, допустим, в рамках истребования документов по статье 93 прим, да, то есть когда проверяют моего контрагента, тогда это законно обоснованно. И тут там тоже есть очень много различных фишек и тонкостей, в том числе связанные с поручениями. Вот об этом тоже, в частности, будем говорить на наших курсах подробно.
А так, в целом, конечно же, в целом нужно говорить о чем? О том, что проверять чужая инспекция, она не может, за исключением определенных практик. На сегодняшний день внедряется на практике проверка перекрестной, так называемой, чужими инспекциями, чтобы не было определенного сговора между налогоплательщиками и территориальным налоговым органом, где стоит на учете. Но пока это на законодательном уровне не закреплено. Очень много вопросов, связанных с налоговым контролем в части допросов, осмотров, осмотры, которые очень часто вытекают в выемку документов, предметов, которые представляют интерес для налоговых органов. Конечно же, очень много вопросов, что здесь делать, как себя правильно вести, чтобы защитить компанию. Потому что нюансов очень много, налоговые органы у нас тоже начинают здесь юлить, в частности, есть на практике такие ситуации, когда вроде бы компания живет себе прекрасно, и тут к ней направляется требование представления документов в отношении контрагентов. Если не представляются документы, дальше назначается уже выемка. Приезжают бравые ребята, и они начинают основали соответствующее постановление о выемке, изымать носителя информации. Опять, как же это делается, да, как это должно фиксироваться, тоже нужно понимать, чтобы защищать свои интересы. Как это фиксировать? Не всегда все красиво происходит так, как написано в налоговом кодексе. Да и в налоговом кодексе много чего не описано, поэтому, конечно же, будем делиться своими наработками на наших курсах. Так вот, здесь, в данном кейсе, который вы видите на экране, в частности, произошло следующее. Дело дошло до суда, и поднялся вопрос, а может ли в рамках выездной налоговой проверки одного налогоплательщика производиться соответствующая выемка документов у контрагента? Может. Может, на самом деле, если действительно то лицо, у которого осуществляется соответствующая выемка, имеет непосредственное отношение к проверяемому налогоплательщику. Какие? Взаимозависимость, аффилированность и те документы, которые не представил, и которые есть у этого юридического лица, в данном случае у завода, они действительно могут повлиять на вынесение решений в отношении налогоплательщика. Нужно их учитывать. Поэтому считается, что да, действительно, это нужно и возможно. Дальше, что касается допросов, осмотров и выемок, здесь о чем я хочу сказать. Вообще замечено на практике, что налоговые органы как хитрят. В частности, хитрость в том, чтобы проводится выездная налоговая проверка налогоплательщика, и дальше обычно у нас так, допросы руководителей контрагентов, да, проводятся. Но по каким-то моментам, сэкономить время, часто бывает так, направляют просто соответствующие требования руководителю контрагента и говорят, что, знаете ли, вы в компании заключались на соответствующие договорные отношения, что вы можете рассказать. И прочитав такое требование, компания, контрагент отвечает, что нет, мы вообще не знаем, никаких отношений, скажем так, не было договорных с этим налогоплательщиком. И все, и налоговый орган начинает, говорить о том, что вот по допросам у нас отрицательные показания, поэтому в совокупности со всем остальным мы считаем, что вы, соответственно, привлекаете законно к ответственности, да, начисляете прибыль, НДС, премии и штрафы и так далее. Нужно всегда держать ухо востро, перечитывать, на что ссылаются, ознакомливаться с материалами проверок, потому что, хитрят в плане того, что те же самые допросы выбирают только те, которые выгодны для доказательственной базы, для точки зрения налоговых инспекторов. На практике мы читаем, что есть совершенно другие, но почему-то их нигде, ни в акте, ни в решении не упоминает. Вот тоже такие моменты. Дальше, выемка документов и предметов. Что здесь? Здесь вообще тоже очень много моментов, связанных с тем, что как фиксировать. Ведь очень часто у нас в налоговом кодексе красиво написано о том, что должны прийти инспектора, соответствующие там вам удостоверение показать, постановление и так далее. Бывает так, что и, извините, нарушение процедуры, нужно знать вообще, как эта кухня вся построена, да,
без понятых вообще выдворяют всех и начинают там хозяйничать, абы как это все зафиксировать, как правильно, как грамотно сделать, чтобы потом признать действия налоговых органов незаконными. Очень много действительно интересных моментов, они нигде не прописаны, это исключительно опыт и наработка. Нас. Вообще, что касается выемки и осмотра, здесь тоже у нас, конечно, на практике налоговые инспектора часто нужно понимать, что они же не только бумажки читают, как говорится, да, если так говорить утрированно, они еще проверяют в основном, что у тебя происходит в реальности, в жизни, через допросы, через осмотры, через выемки. В частности, кейс, который вы видите сейчас на экране, он доказывает то, что ну, вот так уж напрямую, вот такие какие-то схематозные моменты, они раскрываются просто на ура, даже при помощи осмотров. Что произошло? Компания на упрощенной системе налогообложения закупила товар на энную сумму, а на выходе реализация гораздо в разы меньше. Возникает логичный вопрос, а где товар? Наверное, на складах хранения. Пришли, а нет ничего. Нигде нет товара, нет, не реализовывался. Возникает резонный вопрос, значит, что было сделано? Реализация была, только ее нигде не показали. Поэтому компания очень технично слетает с упрощенки на общую систему налогообложения. Здравствуйте, прибыли НДС, пени, штрафы. Вот эти вот моменты тоже, они как раз есть. Будем очень много, кстати, на курсах разбирать именно кейсов из практики, поэтому готовьтесь, будет такой действительно интенсив. Вопросы, которые у вас будут, тоже будем обязательно разбирать, прямо именно ваши вопросы, ситуации тоже. Дальше, что касается вызов на допрос. Очень часто реакция, ну, она и понятная. Допустим, вызывает руководитель, он говорит, да не пойду я, вообще не пойду. Вот, ну, какие-то там штрафы есть, все это понятно. А лучше тогда, чтобы штрафов не было, отправлю вместо себя по доверенности человечка. Человечек, конечно, придет, но, извините, он не обладает теми знаниями, которые необходимы налоговым органам, не руководитель. А допросить нужно свидетеля. Свидетеля именно Иванова Ивана Ивановича, руководителя Уромашки. Поэтому подменить себя человеком с доверенностью не получится. В частности, вот письмо ФНС, которое, Минфин, извините, достаточно свежее, которое вы видите сейчас на экране. Статус, опять же, бывают такие вот ситуации, когда на выездная налоговая проверка на территории какой-то конкретной компании, и тут начинаются еще проводиться допросы. Законно, да, законно. Хотелось бы послушать, о чем говорит работник, очень хотелось. И вот юриста направляют, у тебя же есть доверенность на ООО «Ромашка». Вот иди послушай, что там Василий Иванович говорит, чтобы он лишнего не сказал, да, там наступи ему на ногу, если что. Нет оснований участия, если нет доверенности представления интересов для конкретного физического лица нотариально удостоверенной доверенности. Вот об этом как раз и есть определение Верховного суда. Это нужно учитывать, и нужно быть готовым, да, представлять правильно, готовиться к допросам. Вообще допросы очень тонкая штука такая, да, психологическое воздействие, и нужно готовиться к определенным атакам, отбиваться, правильные формулировки, правильные слова говорить, чтобы интерпретация не была такая, какая нужна налоговому инспектору, чтобы не поставить ни себя, ни свою компанию, ни контрагента. Здесь тоже определенный момент есть, о которых тоже будем обязательно говорить. Вообще есть такие моменты, очень грустные на самом деле, когда можно было избежать чего-то вовремя подкорректировав, а это не было сделано. И претензии можно было избежать, и, к сожалению, это не было сделано. Ну, например, вот такой вот кейс. Дошли аж до Верховного суда. Здесь в чем ситуация такая? Ну, были договорные отношения. Да, есть договор поставки между налогоплательщиком и контрагентом. И условия в договоре. Всегда условия нужно перечитывать, смотреть, чтобы они правильно, как Виктория сказала, в частности для айтишников, да, сейчас очень много обсуждается. Правильность формулировок, они очень важны. Они важны в том числе, когда мы доказываем деловую цель каких-то сделок, в частности, допустим, какой-то у нас работник был по трудовому договору, а потом он становится гражданско-правовому, да, эти моменты, чтобы не было перекрестных моментов, нельзя было переквалифицировать трудовой. В данном случае вот условия договора предусматривали, что право собственности на товар переходит после 100% оплаты этого товара, а до момента оплаты в залоге находится у продавца этот товар.
И произошла такая вот жизненная ситуация, что контрагент не платил, судились, взыскание долга, суд, значит, утвердил мировое соглашение, нам какую-то денежку нужны, но вдруг контрагент обанкротился. Дальше компания, ну, логично, что делать? То есть эту вот задолженность, ее включает реестр требований кредиторов, это понятно. А дальше следующий шаг, что проводится инвентаризация задолженности, вот эту дебиторку ее просто включает в резерв по сомнительным долгам и списывает ее в расходы по итогам года. Ну, вроде все замечательно, красиво до тех моментов, что до момента, как мне пришел инспектор, и он говорит, ну, ребят, ну, у вас завышение недобиционных расходов, ну, как же, вы что, не читаете налоговый кодекс, там о чем написано, что-то правило, резерв можно взять, в резерв можно взять вот эту вот задолженность, которая не обеспечена залогом, там, поручительством, гарантией банковской, ну, 266 НКРФ, вот, а у вас долг обеспечен залогом, да, оплаты не было, в залоге товар-то у вас находится. Ну, поэтому завышение нереализационных расходов. А можно было избежать, если мы посмотрели, да, допничек-то положили о том, что аннулировали действие вот того вот пункта, связанные с залогом, ну, тогда бы претензии можно было избежать. Поэтому, конечно, всегда нужно выискивать время, самостоятельно или с привлечением профессионалов обязательно успевать что-то корректировать, чтобы снижать налоговый риск в частности. Есть интересная практика, тоже интересная, да, я вот постараюсь, в том числе на курсах, чтобы скучно точно не было, и в частности какие-то вот моменты, казусы тоже будем рассматривать, когда интересная судебная практика, когда претензии к контрагенту, а наказывает самого налогоплательщика. И вот вдруг расстроился такой вот директор и говорит, а что-то меня наказали, да, там такие суммы доначислили, а вы пойдите проверьте того тоже контрагента. Ведь у него тоже явное нарушение, что только я должен отвечать. И вот он бился, долго рядился и в управлении, и в ФНС, и в суде. На что ему сказали, что решать о назначении выездной налоговой проверки должен сам налоговый орган. Не надо ему указывать налоговому органу. Вот такие моменты. Но на самом деле это не единственные вот эти вот процессы, они очень интересные, судебные, и я, честно говоря, поддерживаю, почему мы должны отвечать за проблемных контрагентов. Мы понимаем, да, там есть какая-то техничка, однодневка, что с нее взять, но тем не менее, ну вот ура, я рада, что действительно люди все-таки бьются, а возможно, перелом будет, отмалчиваться тоже нельзя. Конечно же, очень много моментов, о которых, в частности, будем говорить и на наших курсах, это по необоснованной налоговой выгоде, 54 прим. Налогового кодекса, как ее нужно на данный момент читать, как ее читают налоговые органы, какие планируются у нас изменения, уже проект письма ФНС, он завис еще с того года, вот, да, что там они как раз такие моменты обсуждают, в том числе по налоговой реконструкции, если я заявила одного контрагента, одну сторону договора, на самом деле не выполнял другой, то есть еще и шанс тут отстоять и расходики-то свои, реально понесенные, и, возможно, скорректировать обязательства по налогу на прибыль. А вообще по 54 прим тоже очень будет много кейсов, в частности, здесь, что касается поиска выгодоприобретателей, как их ищут, движение денежных средств, да, как доказывают наличие умысла. Вот прям подробно в схемках будем все смотреть. Причем вот подбираем такие хорошие судебные кейсы, в которых четко описывают даже судьи, что из себя представляет техничка, компания, что из себя представляет однодневка. В данном случае техничка – это та компания, которая все-таки реально свою деятельность немножко-то и ведет, но она создана не для реальной предпринимательской деятельности, а для какого-то схематоза. Как доказывать деловую цель, опять же, конкретной сделки. Ведь нужно понимать, что в рамках 54 прем всегда будет прощупываться наличие деловой цели и по стороне договора, могла ли сторона договора исполнить обязательства по договору, были соответствующие материальные ресурсы, возможности и как-то проявилась коммерческая осмотрительность. Деловой цели, в частности, обоснование тоже из наработок, допустим, часто придираются, а чего ты привлекаешь каких-то контрагентов, ведь ты сам мог это сделать. Дублирование каких-то функций штатных работников с привлеченными контрагентами, к агентским услугам очень часто придираются.
Ведь можно отбиться, да, то есть обосновать, выстроить линию, деловую цель, доказать, что нет на самом деле дублирования функций. Большой объем работы необходимо было привлечение сторонних контрагентов. Эффект от всего этого положительный показать. И действительно можно показать. Да. Причем деловая цель, в том числе связанная с так называемым разделением бизнеса, тоже здесь вообще по структурированию бизнеса, тоже очень много интересных кейсов. И я на своих курсах, и коллеги, партнеры будут рассказывать очень интересно именно, как правильно структурировать бизнес. Действительно доказывать, что, чтобы доказать, что действительно есть деловая цель конкретного структурирования, конкретные сделки, что не преследовали мы налоговую цель, как правильно структурировать бизнес, в частности, подстраховки не только налоговые, но и своих активов и себя лично. Об этом тоже подробно будем говорить. Что касается дробления бизнеса, да, на контроле особого налоговых органов, но тем не менее нужно понимать, если есть деловая цель при разделении здоровым бизнеса, это мы можем доказать, как вы видите сейчас на кейсе, в частности, доказали, да, нет распределения факта выручки между созданными компаниями, причем они на упрощенке, что особо как бы опасно, чтобы создавали под конкретный проект для того, чтобы получить больше денег и так далее. Либо кейс у вас тоже будет, я его просто вот обожаю, то, что здесь как вот выкручивали и доказывали, что привлечение субподрядчиков действительно было, и у субподрядчиков были соответствующие ресурсы. Почему-то налоговые органы часто, они просто говорят, мы считаем, что это вот сделка с этим контрагентом, она не была реальной, все на бумаге существует, поэтому расходики и вычеты снимаем. А как можно раскрутить и доказать? А как оформить доказательства? Ведь это тоже можно сделать, те же опросы, да, оформить их документально. Это тоже возможно на самом деле. Сторона договора. Здесь очень много моментов, очень много, тоже подробно поговорим. Пока сегодня сделаю акцент на самом больном. Как проявлять осмотрительность? Помните, понятие должна осмотрительность, что она себе представляет? Ну, вот есть такое замечательное письмо Минфина, начну с него, который сказал, что, допустим, частые претензии налоговых органов абсолютно формальные о том, что вот у руководителя, учредителя компании контрагент у тебя массовый, поэтому вот он не мог там исполнить обязательства, поэтому расходы вычеты снимает. Этого недостаточно, говорит Минфин, ну это логично, но нужно сделать следующее. Дальше обратите, пожалуйста, внимание, то есть что советует Минфин. Убедиться, что контрагент может исполнить договор, узнать информацию о местонахождении, попросить вот это самое любимое, копию паспорта. Угу. И проверить документы, которые подтверждают полномочия руководителя контрагента. Вот здесь я бы со многим бы, конечно, поспорила. И, как говорит судебная практика, на сегодняшний день есть переломный момент, замечательный, что конкретных ситуаций нельзя всех уравнивать. Если ты начинаешь, как налоговый инспектор, придираться к налогоплательщику и говоришь, что вот у тебя такой проблемный контрагент, он не заплатил налоги в бюджет, но те же постулаты 54 прим написано, что налоговые пороки контрагента не могут негативно на мне отражаться. Это раз. А во-вторых, если контрагент якобы плохой, но ты тогда докажи сговор, согласованность действий моих с этим контрагентом, силу аффилированности, взаимозависимости я могла знать, либо должна была знать о налоговых каких-то, скажем, недочетах со стороны моего контрагента. Если нет, ну на нет, как говорится, и суда нет на самом деле. Что касается осмотрительности, смотрите, на сегодняшний день реальность сделки, она однозначно превалирует над осмотрительностью. Если нет реальности сделки, ну никакими бумажками не прикрыться. Как прикрыть того, чего не было? Да хоть пакет, хоть вагон документов привяжи, это нас с вами не спасет. Поэтому здесь можно говорить, когда подключается осмотрительность, в том числе и коммерческое, когда действительно речь идет о реальной сделке. Так вот, по реальности сделки есть очень хорошие судебные моменты, которые тоже будем обсуждать. Есть свежие судебные практики, где как раз идет градация, что при заключении каких-то сложных, нетипичных договорных отношений нужно проявить осмотрительность в более широком смысле. Если это типичный договор поставки, какой-то рамочный, тем более с постоплатой, тогда о чем? То есть в URL есть информация по поставщику?
и соответствующие полномочия на право подписания договора. Может, этого достаточно? Достаточно, говорят уже суды. Нужно разделять. Нельзя по каждой, даже минимальной какой-то сделке требовать там невозможно. И не всегда мы можем с вами, что суды сейчас активно еще тоже обсуждают и говорят, мне очень нравится, что нельзя перекладывать на плечи налогоплательщика те обязанности, которые лежат на плечах налогового инспектора. И есть возможности у вас больше проверять контрагента, а у налогоплательщика это, в принципе, может и не быть. Поэтому есть, на самом деле, дорогие участники, что обсудить. Очень много моментов, поделиться наработками, чтобы мы с вами во всеоружии встречали налоговый контроль и минимизировали свои налоговые риски. А сейчас хочу сделать такой важный акцент. Для того, чтобы минимизировать налоговые риски компании и снизить риски привлечения к субсидиарной и к уголовной ответственности, ведь под, скажем так, ударом могут находиться собственники, руководители, финансовые директоры, бухгалтеры, даже юристы, консультанты, да, в связи с неуплатой налогов, если будет доказано определенно, что КДЛ, контролирующее должника лицо, да, то есть своими действиями, каким-то бездействием привели к неуплате налогов, как мы знаем, что практика тоже очень интересная, об этом тоже обязательно будем говорить, как в том числе и подстраховать себя. Для того, чтобы минимизировать, как вот верно подметила Виктория, на сегодняшний день, ну, эффективность того же самого аудита, подключайте обязательно у своих аудиторских компаний, в частности, обращайтесь к нам с удовольствием, тоже поможем, чтобы действительно эффективный был аудит для вашей компании. Что-то у вас не нравится в налоговом учете, с прибыли, сделайте ТЗ, который необходим для вас. И смотрите те зоны рисковые, на которые у вас не хватает, допустим, времени, чтобы посмотрели соответствующие профессионалы. Да, ведь у нас получается здесь и аудиторы, и налоговые консультанты, мы, налоговые юристы, тоже работаем. В частности, проводим экспертизу договоров, да, сопровождение определенные есть, получили требования. Вообще, я хочу сказать, что касается налогового контроля, чем раньше подключается профессиональный взгляд, тем, скажем так, больше шансов отстоять свои интересы уже на стадии получения даже требований, как правильно отреагировать, как правильно ответить. Это очень важно, иначе мне бывает лично, мне очень больно, когда есть уже решение по выездной, вот, ребята, а что вы делаете? Где мы были раньше? Да, вот очень хочется пораньше это все сделать. Во-первых, не то, что когда уже назначена выездная, вообще довести бы дело так, чтобы никто к нам с выездной вообще не приехал. Те же самые триггеры, те же самые зоны опасности, просто мы их с вами убираем, и есть возможность вообще не назначения выездного налогового контроля. Это, наверное, самый оптимальный, самый замечательный вариант для того, чтобы защитить и себя, и свою компанию. Поэтому, конечно же, будем рады вас видеть среди наших любимых клиентов. Вводите QR-код, телефон, на QR-код, который видите сейчас на слайде, и узнайте стоимость аудита. Поэтому на самом деле, конечно, все в наших руках. Очень часто, когда выступают коллеги, очень многие, которые говорят, что вот что сейчас у нас обстоит налоговым контролем, говорят, ну вот как-то все страшно. Как-то опасно, да, действительно опасно, но и нужно понимать, как нужно минимизировать свои налоговые риски, действительно это возможно при правильном структурировании, при правильном то же самое построении бухгалтерства налогового учета позволяет законно экономить. Почему бы не воспользоваться этим? Понятно, что тяжелые времена, но я вас уверяю в том, что, к сожалению, вот такая опрометчивая экономия иногда на налогах, причем явно, что схематоз, она может обратиться в тем, что будут очень серьезные доначисления и последствия в виде ответственности. Поэтому все в наших руках. Будем правильно строить свой бизнес, учитывая все свои налоговые риски, и к нам, возможно, налоговый инспектор вообще не придет. Поэтому основные моменты, которые хотела озвучить, я постаралась сегодня это сделать. Вот сейчас у нас есть время на вопросы. Да, Василий, а есть ли у нас какие-то вопросы? Да, так, Наталья, в чате у вас уже ждут вопросы. Ага, вот, спасибо большое. Так, Регина,
до какого колена контрагентов могут запрашивать информацию. Это никак не зафиксировано нигде. Совершенно верно, это нигде не зафиксировано. А до какого колена, как я вам сказала, волшебный налоговый кодекс. В частности, это у нас как раз история, связанная с контрагентами. Это в большей степени часть 2 статьи 93 прим. Налогового кодекса. Там написано, если вот просто перевести на простой русский язык, налоговый инспектор, исходя из судебной практики, разъяснений многочисленных ФНС и Минфина, налоговый орган вправе истребовать любую информацию и документы у любого юридического либо физического лица, которые, по мнению налогового органа, обладают этой информацией. Поэтому нет никакого запрета. 20-е, 30-е звено. Ну, просто еще раз хочу сказать, Регина, то, что всегда нужно отвечать. Не надо отмалчиваться, потому что есть вот такие вот моменты, то, что если компания не отвечает на запрос, соответственно, есть что скрывать. Да, и вот я не говорю, что на выездную сразу мы тянем, да, то есть будет накапливаться вот эти вот красные флажки в огромный, скажем, такой букет, и в конце концов может вылиться в том, что еще негативно сама компания отразится. И это раз, но больший момент, когда мы не отвечаем на соответствующие запросы, это может негативно отразиться еще на наших контрагентах. Тот же кейс, как я говорила, да, отправили запрос, например, не отвечает. Ведь налоговые инспектора что они пишут? Не ответили ваши контрагенты на соответствующие запросы, что является якобы минусом подтверждает отсутствие каких-то договорных отношений. Да, конечно, мы с вами будем говорить, что отсутствие ответа на требования не является основанием для таких вот выводов, да? Но, тем не менее, это не есть хорошо. Можно всегда реагировать, писать, а так, к сожалению, да, нигде не написано, не закреплено, поэтому все про всех, у кого угодно, да, получается, ну, в рамках, опять же, действующего законодательства. Вообще, на мой взгляд, вот эта часть 2, 93 прим. Налогового кодекса, она настолько размыто написана, что, по сути, можно и подвести туда все, что угодно, и судьи тоже, они очень как-то осторожно подходят к высказываниям в части полномочий налоговых органов при упоминании части 2, 93.1. Получается, пока на сегодняшний день, вот, ну да, вот что касаемо сделки у любого, у кого хочешь, 20-10 колена. Надо ли проходить аудит перед подключением к мониторингу? Да, Олега, ну это вообще идеальный вариант, вообще идеальный вариант. Но или, то есть можно провести аудит, либо можете обратиться к нам, как раз у нас есть и руководитель, в том числе вот этих проектов, связанных с налоговым мониторингом, Ольга Легонькова, как раз которые несколько таких очень удачных и больших проектов есть, одна из первых все это изучала, как раз смотрит, погружается, да, что у вас с внутренней системой внутреннего аудита, да, насколько все хорошо, что-то нужно подправить, да, конечно, аудит это замечательно, если мы приведем в рамках аудита, то есть отдельное какое-то коммерческое предложение, связанное с проведением мероприятий, связанных с подготовкой к налоговому мониторингу. Это нужно сделать обязательно, без этого никуда, потому что есть определенные требования со стороны ФНС к подключению к налоговому мониторингу, чем мы, соответственно, успешно занимаемся. Поэтому, Олег, обращайтесь, с удовольствием вам поможем пройти успешно всю вот эту процедуру. Так, что входит в процесс подготовки к мониторингу? Ну, правильность, да, то есть как у вас вообще, что связано с бухгалтерским, с налоговым учетом. Там очень много различных нюансов, вот, Юрий, поэтому раз вас этот вопрос зацепил, это очень хорошо, поэтому обращайтесь, и вам прям все по пунктам, все расскажут, распишут и более подробно объяснят. Вы не только аудит проводите, но и проверки сопровождаете. Да, Надежда, конечно, да. Я, в частности, являюсь налоговым аудитом, налоговым юристом, извините, заговорился. Вот, и мы, конечно же, если какие-то вопросы возникают, как к налоговым консультантам, к налоговым юристам обращаются наши аудиторы, да, мы тоже высказываем свою точку зрения, подкрепляем судебной практикой, но у нас есть в штате отличные налоговые юристы, причем с практикой работы в налоговых
органов, и как юристами, и выездниками. В частности, я тоже в отделе выездных налоговых проверок работала. Поэтому, да, конечно, мы сопровождаем выездные, камеральные налоговые проверки, допросы, осмотры, выемки, оперативно выезжаем, есть такая возможность, поэтому, конечно же, Надежда, обращайтесь, с удовольствием вам поможем в решении проблем, спорных моментов с налоговыми органами. Пожалуйста, реквизиты у вас есть, будут наши презентации, там все данные есть, обращайтесь. Так, вне рамок налоговой проверки, что вправе требовать налоговые органы, да, Елена? Ну, вот о чем с вами говорили, да, вот как раз эта часть вторая статьи 93 прим. 1 налогового кодекса, я сказала, исходя из судебной практики, считаю, что могут требовать практически любые документы. Но я бы от себя внесла следующий момент. Если это касается конкретной какой-то сделки, есть указан сторонам договор, какой период, поэтому требовать представления, допустим, документов, которые непосредственно относятся к моей деятельности, к налогоплательщику, я не знаю, там, доверенность по другим договорам соответствующие, штатное расписание, регистры бухгалтерского учета, какие-то по счетам данные. Я здесь, конечно, все это взвешивала и представляла только ту информацию, которая непосредственно относится к конкретной сделке, а не касается меня лично. То есть, потому что, на мой взгляд, сейчас налоговые органы очень часто пытаются для своих отделов по аналитике представить как можно больше информации затребовать. Причем получается, что незаконным способом. Поэтому здесь, конечно, что касается, если я вижу, что это напрямую не касается сделки, нужно писать соответствующие пояснения или просто, кстати, на практике представляем документы, которые касаются этой сделки, а часть документов, в том числе, не представляется. Бывает такое, что вообще не реагируют налоговые органы, довольствуются только тем, что получили. Вот, да, соответствующие, да, истребуют все документы, которые касаются налогоплательщика. Здесь я считаю, что вот те документы, сейчас, которые обозначены, представлять все-таки не стоит. Хотя есть позиция судов в различных округах, тоже по-разному, опять же, исходя из части 2 статьи 93.1, то есть вот, у тебя запросили все, все представляю. Я с этим крайне не согласна, потому что исключительно, что касаться должны сделки. Если я вижу, что напрямую не касается, вообще никак, просто не представляю эти документы. Можно представить только те документы, которые касаются темы проверки, да, Алексей, и соответствуют запросу, остальные не представляются. Вот прямо в продолжении моей мысли, да, Алексей, конечно, да. Какое вообще правовое основание у таких запросов вне проверки? Какая-то сплошная проверка. Да, Юль, ну, конечно, печально и грустно какие-то моменты. Я считаю, что, знаете как, когда какие-то скользкие моменты в налоговом кодексе, налоговые органы пытаются расширить искусственно свои полномочия, то в этом случае, конечно же, нужно биться и создавать судебную практику. Судебную практику именно, да, и потом этими судебными, ведь налоговые органы тоже анализируют, в частности, и Виктор Бацеев, который у нас возглавляет теперь, да, вот этот отдел по аналитике, в том числе и по судебным спорам, они анализируют, делают свои определенные выводы и дают свои рекомендации нижестоящим территориальным налоговым органам. Вот, вне рамок, да, мы видим часть вторая, еще раз напомню, 93.1, это абсолютно все возможно требует. Так, дальше. А, да, Ирина, то, что касается предпроверочного анализа. Но хитрость ведь в чем? То есть в рамках предпроверочного анализа не представлять документы. Ведь у нас нигде наши любимые налоговые органы не будут писать, что в рамках предпроверочного анализа мы исследуем документы. Они будут всегда писать 93.1, либо 93, либо часть 2, 93.1. То есть нужно всегда писать в ответ, да, о том, что, во-первых, брать отсрочку представления документов, подстраховаться, и второе, то, что документы, такой большой объем документов вы требуете, и, допустим, за 3 года тот кейс, который мы рассматривали, то есть на основании чего вы требуете эти документы, поскольку они не имеют отношения к конкретной сделке, которая вас интересует.
Вот, и потом это однозначно спор, просто однозначно Елен спор, потому что позиции до сих пор Федеральной налоговой службы о том, что в рамках 93 прим, часть вторая, можно требовать абсолютно все, что угодно, в том числе прикрываться, то есть, когда идет предпроверочный анализ. Это спор, нужно понимать. А, так, не будет ли это служить сигналом, что что-то нечисто? Татьяна, вопрос... Продолжение нечисто, то есть если ты ничего не представляешь, ну, вот о чем мы с вами говорили, не надо в молчанку играть, нужно всегда реагировать, писать, если я не представляю, например, документ, по какой причине, почему я так считаю. Но иногда бывает, что возможно представить часть документов, промолчать, тоже на практике хорошо срабатывает. Так, наш налоговый в каждом требовании, камеральный налоговый проверка НДС запрашивает аналитические таблицы, как нам отказать в их представлении. Смотрите, Наталья, это типичная ситуация. Здесь, опять же, универсальной рекомендации нет, но как мы на практике часто работаем, то есть есть требования, тем более по камеральной налоговой проверке, у вас есть презентация, то есть строго в рамках, допустим, конкретного пункта 88 и дальше, что касается там пункт 8 СПНДС, 88, 172 статья, то есть то, что тебя интересует, я представляю. Вот это аналитические таблицы, они нигде не поименованы, поэтому представлять их можно не представлять. То есть на практике опять как? Представляем по требованию все, что я считаю как бы нужным и законным, а аналитику просто не заполнять. И часто налоговые органы просто они никак не реагируют, либо начинают просто звонить, потому что тоже на табличку не заполнили аналитику. В этом случае начинают говорить о том, что а вы соответствующие, скажем так, либо в требовании не пишут про аналитику, а просто устно просят представить. Тогда говорим, что вы запрос соответствующий сделаете, а вообще оснований таких, честно говоря, я не вижу. Просто не отвечать никак. То есть часть представили документов, а это просто умолчали и на практике в основном и так делаем. То есть нет обязанности в заполнении аналитических таблиц налогоплательщиков. Нужно понимать, что, Наталья, это, конечно же, опять определенный спор. Но если до судов практически никогда не доходит, потому что понимаешь, что они неправильно требуют вот эту вот аналитику, это работа налоговых органов, мы за них работать не должны. В принципе, к сожалению, наше время истекло. Очень жалко уже, что приходится прощаться. Много что есть рассказать, чем поделиться. Но мы с вами не будем грустить. Да, тем более, что я надеюсь, что мы все с вами встретимся на наших курсах. И более подробно ответим на все ваши вопросы. Расскажем, как вообще работать с налоговыми органами, как сэкономить можно, как защищать грамотно свою компанию. Поэтому ждем вас на наших курсах. Спасибо большое, Наталья. Прекрасное выступление. Друзья, совершенно верно Наталья говорит. Мы ждем вас на наших мини-курсах. Вас ждут целых 3 мини-курса. Мы разберем уйму полезнейших вопросов. Вас подкуем, вас подготовим ко всем возможным налоговым риском, поможем заранее подготовиться, постараться их минимизировать. Поэтому переходите, пожалуйста, по ссылкам под трансляцией, посмотрите программу, готовьте свои вопросы, чтобы мы сделали эти курсы максимально полезными для вас. У вас будет возможность получить ответы наших спикеров, ведущих курсов на свои вопросы, поэтому рекомендую заранее их проработать. И, друзья, не забывайте, что помимо полезнейшей информации, помощи наших спикеров, вас ждут и прекрасные подарки от нас. Победители, я напомню, что получат iPhone, а также будут призы в виде сертификатов номиналом 10 тысяч рублей в ваши любимые магазины и, конечно, полезные подарки в виде доступов к нашей базе данных. Друзья, ни один из вас не останется без подарка. Переходите, пожалуйста, по ссылке. Если будут вопросы, обязательно с нами связывайтесь. Ждем вас уже 2 марта на первом занятии с Викторией Варламовой. Друзья, а на сегодня мы с вами прощаемся и до встречи на мартовских курсах. Всего вам доброго. До свидания.